Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами проведем очередной стрим, ориентированный на учащихся 9, 10, 11 классов, на котором просто порешаем задачки по физике. Ну, конкретно мы обсудим очень такой популярный в Олимпиадах по физике фрагмент, связанный с упругим столкновением. Ну вот, если есть какой-то шарик, он как-то двигается, а рядышком с ним есть некая плита, что движется с постоянной скоростью, и ей кто-то обуславливает неизменство ее скорости, да, происходит упругое соударение, ну и нужно понять, что там со скоростью вот этого шарика произойдет. Вот такого плана задачки мы с вами сегодня будем решать. Да, всем привет. Да. Ну, ре ре реклама в Ютубе это наше все. Да, так что ничего там такого нету. Так, все вот вопросы какого-то такого организационного характера давайте мы отложим на конец, а здесь сразу же будем физикой заниматься. Да, значит, начнем мы вот с чего. Давайте мы обсудим, что нам сегодня понадобится. Значит, конкретно закон сложения скоростей, закон сохранения и изменения импульса, закон изменения кинетической энергии. Ну вот, пожалуй, вот этих вот трех пунктов нам с вами будет более чем достаточно. Ну и начнем, пожалуй, мы с закона сложения скоростей. Ну, не секрет, что скорость при переходе из одной системы счета в другую как-то изменяется, как по направлению, так и по величине. Но вот наша с вами цель будет сейчас вспомнить, ну и договориться о некой цветовой гамме, которую мы будем использовать при решении задачек. Значит, закон сложения скоростей. Поехали. Ну, ЗСС на самом деле можно писать аббревиатуру совершенно смело. Вот. Ну, в ЕГЭ, правда, это делать плохо. Там лучше писать либо полностью, либо сокращая. Могут не понять. Ой. Так. Сейчас мы здесь с тряпками разберемся. Ну, смотрите. Как правило, у нас всегда есть система отсчета, связанная с Землей, условно называемой неподвижной, из которой мы ведем наблюдение за движущимся объектом. Но также мы вправе понаблюдать за движением объекта из какой-то еще системы отчета. Ну, например, связанные с какой-то машинкой, которая где-нибудь рядышком двигается, там, автобусом, трамваем, который поворачивает, или в системе отчета, связанной с каким-то другим объектом, который летит в поле тяжести Земли. Ну, по-разному можно поступать. Итак, закон сложения скоростей. Да что ж такое -то? Скоростей. Он позволяет понять, как будет изменяться скорость нашего объекта рассмотрения ну, при наблюдении за ним, как вот из одной системы отчета, так и из другой. Ну, грубо говоря, давайте договоримся. Абсолютной скоростью объекта в apps вектор называть скорость нашего объекта наблюдения относительно как раз Земли. Ну, условно неподвижная система отсчета аббревиатура NSO. Лучше здесь это все сразу же записать, чтобы потом у нас не было с вами каких-то вопросов во время занятия, связанных с тем, а что это такое вообще за скорость. Итак, скорость объекта, точки там, допустим, неважно, да, объекта, относительно неподвижной системы отчета. Ну, у нас NSO аббревиатура, это чаще всего будет Земля. Вот. Ну и представьте, что мы помимо наблюдения с Земли, будем также наблюдать за объектом из какой-то еще системы отсчета, которая относительно Земли двигается. Ну, условно, давайте ее называть подвижной системой отсчета. Соответственно, скорость объекта относительно этой подвижной системы отсчета давайте будем называть относительной скоростью. v он. Так, скорость объекта относительно подвижной системы отсчета. Ну и, наконец, вот эта подвижная система отчета как-то двигается относительно неподвижной, с некой скоростью, ее мы будем называть переносной. Так, давайте запишем. V с индексом PER. Переносная скорость – это скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной. Не, ну, конечно, было бы неплохо здесь вот все эти наименования сразу же написать, потратить на это время. Итак, абсолютная скорость, вот это первое, Абсолютная скорость. Кстати, очень важно знать, что если в условии задачи у вас автор не пишет, относительно чего дана скорость или относительно чего спрашивается скорость, то по дефолту напишите в чате, относительно чего. Вот он, относительная скорость. Нет, это правда очень важный вопрос, потому что очень часто многие на самих олимпиадах, экзаменах начинают интересоваться, а относительно чего? Ну, вот земли, да. То есть вот это по дефолту, короче. То есть если не пишут относительно чего, значит по дефолту относительно земли. А если относительно чего-то определенного, то как бы уточнят. Ну, такое вот правило, оно общепринято и распространяется на все задачники, все олимпиады, все экзамены. И надо его просто принять, и все будет хорошо. Да. Ну и, наконец, VPR, переносная скорость. Тоже давайте подпишем. Переносная скорость. Такое название. Так. Давайте договоримся с вами о какой-то цветовой гамме. Потому что восприятие будет лучше, если каждая из вот этих скоростей будет своим цветом. Ну вот... Скорость объекта относительно неподвижной системы отчета Земли. Ну, давайте будем беленьким цветом обозначать. Постараемся к этому привыкнуть. Ну, кстати, кто у меня вчера на занятии был, напомните, как, как, какие я там цвета использовал. Относительная скорость каким цветом была, чтобы мне не, не разниться с тем, что я буквально на днях рассказывал. Не, ну здесь вот точно есть те, кто вчера меня слушал и должны подсказать. Относительная. Вот какой там был цвет? Рыжий, оранжевый, да? Ага, ну вот я так и думал. Оранжевым цветом будет, хорошо. А переносная зеленый, да? у меня зеленый только немножко расквасился. Давайте мы фиолетовеньким будем делать. Переносная скорость будет. Его вообще видно? Не-не-не-не-не. Давайте уже тогда, наверное, зеленым действительно сделаем и. Во, вот его видно. Ну, замечательно. Хорошо. Итак, давайте попробуем теперь нарисовать конкретно, о чем говорит этот закон, и написать соответствующую формулу. Но смотрите, объект рассмотрения, объект наблюдения, ну, чаще всего вот как раз какой-то шарик, который двигается, или камушек, который бросили в поле тяжести Земли, да? Ну, можно его просто точкой обозначить. Ну вот если следить за его движением из различных систем отсчета, будь то неподвижно или подвижно, у него будет какая-то своя скорость. Ну вот, допустим, мы стоим на Земле в неподвижной системе отсчета, смотрим на него. Ага, он двигается вот с такой вот скоростью. Называем мы ее. В чатике сразу. Давайте будем все на одной волне. Цветной, да-да-да, не то слово. Абсолютно, совершенно верно. Ну, можно, в принципе, сразу же здесь это и подписывать. Хорошо. Но вдруг нам захотелось понаблюдать за движением того же объекта откуда-нибудь еще. Сидя, например, в какой-нибудь машинке, которая относительно Неподвижная система отсчета как-то двигается. Ну, очень просто. Мы говорим, что эта машинка это подвижная система отчета. Мы сели внутрь, смотрим в окошко на этот объект. И для нас он будет двигаться не факт, что в том же направлении с той же скоростью. В общем случае это будут какие-то другие направления и, соответственно, величина скорости. Ну, как бы это изобразить? Ну, давайте так. Для наблюдателя в машинке из подвижной системы отсчета, его скорость уже будет какой-то такой. Ну, здесь томить не буду, называют ее, понятно, относительной. Так вот, закон сложения скоростей, он как раз связывает скорость одного и того же вот объекта в различных системах отсчета для различных наблюдателей. Это для того, кто на земле стоит и смотрит на него, а это для того, кто в машинке и на него смотрит. Ну, как же они будут связаны? Ну вот оказывается, по закону сложения скоростей связаны этих два вектора скорости одного и того же объекта посредством скорости подвижной системы отсчета относительно неподвижной. То есть через скорость вот этой машинки относительно Земли. Ну что, в принципе, на самом деле логически понятно. Можно попробовать здесь сразу это нарисовать. Вот он вектор нашей вот этой замечательной переносной скорости в И тогда можно записать вполне четко то, как будет выглядеть у нас с вами закон сложения скоростей. А именно, абсолютная скорость в апс. Векторно будет складываться из-за относительной скорости и скорости переносной. Для того, чтобы уметь грамотно применять закон сложения скоростей, необходимо знать правила сложения векторов. Без этого никуда. То есть те девятиклассники, которые с этим, как правило, имеют наибольшие сложности, кто, может быть, сейчас смотрят или будут смотреть записи, сначала надо познакомиться с тем, что такое вектор, научиться вектора складывать, а потом уже анализировать этот стрим. Иначе вы поплывете. Ну, как правило, это в течение учебного года еще в девятом классе делается, ну, скорее ближе там вот к зиме. Вот. Ну, это видно здесь. Вот этот вектор абсолютной скорости, он складывается из вектора относительной скорости и вектора переносной скорости. То есть сумма относительной переносных скоростей, обратите внимание, да, Начало зеленый, в конце оранжевый. Оп, сумма это есть то, что соединяет начало оранжевый и конец зеленый. Это абсолютная скорость. Все просто. Хорошо. Конечно, возникает вопрос, как мы с вами будем это использовать сейчас в задачах. Ну, разберемся, разберемся. Ребят, сразу же давайте писать вот здесь по делу, по этому закону. Вопросы есть? Пока вы их пишете, сразу отмечу. Что мы рассматриваем с вами классическую физику? Да. Это та физика, которая изучает движение объектов, которые двигаются со скоростями много меньших скорости света. Вот, это ньютоновская механика. И именно в ней, вот именно такой вид будет принимать закон сложения скоростей. Если мы вот это ограничение будем убирать, то есть считать, что у нас там могут быть какие-нибудь фотоны или частицы, которые двигаются с околосветовыми скоростями, то, увы, он работать не будет. Там в другом виде записывается закон сложения скоростей, и это уже специальная теория относительности. Механика Эйнштейна, она не входит в рамках вот, обсуждения этого стрима. Ага. С ускорением. Хороший вопрос задали в чате. Прошу всех обратить внимание. Очень правильный вопрос. С ускорением не то же самое. В общем случае, с ускорением там будет... Абсолютное ускорение точки, то есть ее ускорение относительно Земли, складывается не только из относительного и переносного ускорения. Там, в общем случае, еще будет добавляться так называемое кориолисовое ускорение, отвечающее за вращение подвижной системы отсчета. Но вдруг эта машинка как-то вращается. Это сложно, мы не будем сейчас это в стриме обсуждать. Но, очень важно, если подвижная система отсчета не вращается, то есть движется поступательно. Поступательное движение – это движение, при котором всякая прямая, жестко связанная с машинкой остается параллельной самой себе. Вот если у нас подвижная система отсчета обладает такой особенностью, не вращается, тогда кориолисового ускорения не будет. И тогда, если вместо V подставить ускорение А, будет тоже верно. То есть в том же виде закон сложения скоростей будет и для ускорения работать, если подвижная система отсчета не вращается. Вот. Ну, в любом учебнике можно про это почитать. Да. Закон сражения ускорения дают на Олимпиадах, но только, как правило, именно в том варианте, что можно выбрать подвижную систему отчета, у которой не будет вращения. Тогда вот в таком виде можно применять. Окей, двигаемся дальше. Скажите, пожалуйста, и напишите вот-вот здесь в чате. Закон изменения импульса о чем говорит? Это следующий фрагментик, который нам в нашей сегодняшней беседе будет нужен. Мы на самом деле будем лишь его какие-то частные случаи анализировать. Да, ну хотелось бы это отметить. Пока вы пишете, я тоже пишу закон изменения импульса. Ну, мы анализируем какую-то точку, там, не знаю, массы. Импульс ее буковкой p он обозначается или количество движения это произведение массы точки на ее скорость. Все в классической механике без ограничения на скорости, там по сравнению с скоростью света, формула другая. О, классно, здорово. Да, да, про зеркала будет задачка. <coughs> Молодцы. Действительно, если мы рассматриваем некую точку, на эту точку могут действовать силы. Вот такая сила F1 вектор, вот такая сила F2 вектор, какая-то сила F3 вектор, ну и т.д. и т.п. Что эти силы делают? Они с течением времени изменяют импульс вот этой частицы, то есть, иными словами, скорость. Придают ускорение этой частицы массе для того, чтобы у нее изменилась скорость. Угу. Как же количественно это все будет описываться? Ну, буквально следующим образом. Давайте мы введем как бы суммарный эффект этих всех сил в виде так называемого вектора равнодействующей всех сил буковкой R я его буду обозначать это вектор равный сумме всех сил векторной то есть это F1 вектор плюс F2 вектор плюс F3 вектор ну и так далее по всем силам то есть это векторная сумма всех сил давайте вот так вот введем тогда справедливо следующее что за время дельта t ну на самом деле не очень большое время дельта t эм, настолько небольшое что равнодействующее всех сил и еще не успела измениться. Справедливо, что изменение импульса P этой частицы, дельта P, это уже формулировка закона. Это есть произведение равнодействующих всех сил, что действовали в течение этого времени дельта на частицу, на вот это время действия дельта Можно так и написать. Равнодействующие всех сил на время взаимодействия. Вот так выглядит закон изменения импульса. Он гласит, что изменение импульса частицы есть произведение, равнодействующие всех сил, что на нее действовали на время этого взаимодействия. Единственный момент, на самом деле, вот эти дельты, они очень маленькие. Дело в том, что R может меняться. Вот. И тогда не очень понятно, если вы дельта t взяли большим, R какое брать? Среднее? Тогда дельта P будет среднее. Ну, не очень понятно. Лучше брать здесь всегда маленькие дельты, вот. И каждый из маленьких промежутков времени рассматривать в отдельности. Другое дело, что бывает так, что равнодействующая всех сил она не изменяется. Тогда пофиг. Дельта вы будете здесь маленькими, брать или большими. Все хорошо. Да-да-да, это тот же второй закон Ньютона, но вот написано немножко в другой терминологии, в терминологии импульса. Скажите теперь, пожалуйста, это вопрос к всем вам. Вот здесь написать надо. А когда импульс сохраняется? Иными словами, когда дельта p вектор ну я напишу конечно равно нулевому вектору но правильнее сказать стремиться к нулевому вектору ладно ну давайте отлично во первых когда нет внешних сил но это не полностью дело в том что силы могут быть но они компенсируют друг друга вот да 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 молодцы вот лучше говорить когда r вектор равен нулю то есть ответ когда первый вариант когда у вас равнодействующие всех сил просто тупо отсутствуют такие системы называют ну ту точку которую мы рассматриваем можно взять как систему вот такие системы мы рассматриваем замкнутыми ну называем замкнутыми изолированными вот если это выполняется то для любого это перевернутая буква А от английского слова all любой всякий каждый для любого промежутка времени дельта у вас Будет соответственно дельта P равняться нулю. Но это не все. Вот правильно пишут в чате, молодцы. Вторая ситуация, когда дельта t совсем маленькая. Ну, равной нулю брать как-то не очень хорошо. Ну, как бы мы. Это, это не промежуток времени уже будет. Мы можем сказать как-то покорректней когда дельта Т стремится к нулю, то есть очень-очень-очень-очень-очень маленький промежуток времени. Ну, например, граната взорвалась, да, это вот очень быстрый процесс. Или, например, шарик ударяется о плиту и отскакивает. Вот промежуток времени от момента прям перед ударом до момента сразу после удара при упругом взаимодействии, он очень маленький. То есть дельта Т там можно вот это считать равно приблизительно нулю, стремящимся к нулю. Но вот возможно также ситуация, когда дельта Т стремится к нулю, Правда, здесь не стоит забывать, что R тогда должно иметь смысл. Вот, то есть тут как в математике, когда у вас произведение двух чисел равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю, а другой смысл имеет, там не должно быть неопределенности. Просто бывает так, что одна из сил, например, какая-нибудь сила реакции опоры, и в момент удара она резко возрастает. Там. ну, не до бесконечности, но очень большие значения принимает. И тогда вот, несмотря на маленькое дельта наличие здесь быстро увеличивающиеся силы приведет к тому, что здесь будет очень большое число, умножаться на очень маленькое. И это может иметь ну, какое-то значительное значение, которое нельзя считать равным нулю. И тогда импульс будет меняться. То есть, когда дельта t стремится к нулю, и r, грубо говоря, меньше бесконечности, r имеет смысл. То есть, ну, постоянное плохо говорить. Важно здесь, чтобы именно r быстро не возрастало. Давайте так и напишем. И равнодействующее всех сил. Как бы так сформулировать попроще, не возра... резко не возрастала. Вот так вот давайте напишем: резко не возрастала. Тогда будет все хорошо. Но это вот в общем случае. Конкретно сегодня, конечно, нам будет нужна вот эта ситуация вот замкнутости системы. Причем надо понимать, что можно не в целом судить можно в проекции на какую-то ось судить. Ну, например, бывает так, что равнодействующая всех сил не равна нулю. Вот. Но в каком-то конкретном направлении, например, горизонтальном, там сил нету, и в проекции на эту ось Rx проекция равнодействующих всех сил отсутствует. Тогда лишь именно в этом направлении изменение импульса будет отсутствовать. Но формально то, что мы здесь написали, называется законом сохранения импульса. Можно так и написать. Закон сохранение. Давайте полностью, чтобы прям было видно импульса. Ну, в Олимпиадах можно смело использовать аббревиатуру ЗСИ и ни в чем себе не отказывать. Это понятно, да? Не, ну, а для вот вижу в чате комментарий про это пошел. А для вот этой ситуации действительно так же может быть, что у вас R резко возрастает в целом, но если выбрать координатную ось, ну, допустим, R не меняет направление, да, которая будет перпендикулярна этому R, то в проекции на эту координатную ось, там, допустим, R резко не возрастает. Тогда вот там за маленькой дельта и импульс тоже будет сохраняться. Это на самом деле тема отдельного стрима, ребят, про закон сохранения импульса. Нам конкретно будет нужно только это, так что давайте заморачиваться не будем. Последнее. Закон изменения кинетической энергии. Это то, что нам сегодня будет нужно. Сформулируйте здесь, кто знает. Не механической, кинетической. Это то, что выводится на самом деле вот отсюда суммируя вот это все безобразие. Ну, я сказал, что в проекции на ось можно писать закон сохранения импульса, в этом ничего плохого нету. Давайте вы теперь сформулируете в чате, и мы здесь также это отметим, закон изменения кинетической энергии. Он работает всегда для нашего объекта рассмотрения. И он также связан на самом деле с теми силами, что действуют на нашу точку. Очень хотелось бы, чтобы вы это написали. Нет ни внешних сил, не согласен. Для закона об изменении кинетической энергии нам вообще не нужно подразделять силы на виды. В этом законе речь идет о всех силах, что действуют на нашу точку. И не важно, какие они там, эти силы, потенциальные, непотенциальные. Это не тема сегодняшнего стрима, давайте не будем в это углубляться. Вот классно, здорово, вот сейчас в конце как раз хорошо начали писать. Значит, ребята, закон звучит так. Работа механическая всех сил, воздействующих на нашу точку, есть разность ее кинетических энергий. Вот. И работает это всегда. Это надо записать. Последняя, третья позиция. Закон об изменении кинетической. Энергии. Не путайте это все с механической энергией, где есть закон изменения механической энергии, есть закон сохранения механической энергии. Если очень хочется, можете мне напомнить в конце стрима, я про это расскажу. Пока ограничиваемся этим. Он говорит о том, что работа всех сил, абсолютно всех, вот абсолютно всех, включая вот эти, действующих на нашу точку. Это разность ее кинетических энергий. То есть это конечная. Кинетическая энергия там в точке 2 в конце, да, минус начальная кинетическая энергия в точке 1. Ну иными словами, mv2 квадрат пополам минус mv1 квадрат пополам. Славно. Это работает всегда. За любой промежуток времени Δt. Неважно, большой он, маленький, все равно. Работа всех сил, ну что это такое? Это работа силы F1, F2, F3, все вот их надо просуммировать. А1 плюс А2 плюс А3 плюс и так далее. Ну что я могу быстро сказать про механическую работу, хотя это, конечно, тема отдельной беседы также по скрипту, чтобы потом не возникало вопросов. Это характеристика для силы которая показывает, какой вклад она будет давать в процессе движения тела. Вклад, в первую очередь, именно энергетического характера в рамках кинетической энергии. Угу. Как ввести понятие работы? Если быстро, коротко, не углубляясь. Если мы говорим про силу F. И она является постоянной как по направлению, так и по величине. Эта сила приложена к некой точке. И по действиям этой силы эта точка будет смещаться отсюда сюда на некое перемещение. Давайте его обозначим дельта-с вектор. Угол между силой и перемещением альфа. Тогда работы вот такой вот силы на небольшом перемещении дельта S этой точки будет называться скалярное произведение силы и перемещения. Давайте эту работу будем обозначать дельта А. Это есть F умножить на S умножить на косинус альфа. Значит, здесь f и s это модули силы и перемещения, а косинус альфа это косинус угла между ними. Это величина скалярная, числовая, все здорово. Напишите в чате, когда вот эта работа равна нулю. Это важно. Когда эта работа отсутствует. Это важно понимать. Когда дельта А равна нулю. Это нужно нам сейчас на занятии будет. Потому что мы сейчас уже переходим к задачам. Какие варианты тут могут быть? Давайте. Так, во-первых, когда угол альфа с 90 градусов, я полностью с вами согласен, тогда косинус будет нулю равняться. Ну, то есть, если перемещение перпендикулярно силе, то считается, что эта сила как бы на это перемещение никак не влияла. Значит, вклад в работу отсутствует. Согласен. Когда альфа 90? Еще. Это все? Ну, когда сил нету, понятно, что работы нет. Это даже не заслуживает того, чтобы на доске оказаться. Вот когда тело не сдвигается, молодцы, и все запоминаем это место, потому что сейчас это будет задача, если у нас отсутствует перемещение, такое бывает, под действием этой силы, ну неподвижна точка, то в работу вклад никакой эта сила не дала. Ведь если бы дала, бы, что-то должно было произойти, должно было произойти перемещение. Понимаете? Обратите на это внимание. Теперь. Что если наши силы меняются как-то, и все-таки ну, закон этот нам совершенно неизвестен? Как тогда действовать? Действует так. Всю траекторию движения нашей точки из там, положения 1 в положение 2 разбивают на множество маленьких участков, таких, что в пределах каждого из них силу можно считать неизменной. Ну, то есть в каждом из таких участков сила будет какая-то своя. На первом участке сила будет f1 вектор. Да? И на этом участке вы переместитесь на дельта s1 вектор. На втором участке сила будет f2 вектор, и вы переместитесь на дельта s2 вектор. Ну и так далее. Что же тогда будет называться работа этой силы из 1 в 2 на большом? Ну, я думаю, вы все понимаете, о чем я идет речь, да? Ну, Здесь дельту пропустил, согласен, да. Надо просто их все будет сложить. Ну, то есть, смотрите, если вдруг речь идет про большую траекторию, где вы перемещаетесь из положения 1 в положение 2, есть какая-то сила, и она как-то меняется как по направлению, так и по величине, тогда уже определение работы надо давать следующим образом. Мы делим траекторию на много маленьких участков. Здесь будет перемещение дельта С1 в первом участке, а сила какая-то F1 вектор. Угол при этом альфа 1. Да? Там, здесь, допустим, будет какое-то у вас перемещение дельта С катая вектор. А сила будет F катая вектор значение принимать. А угол между ними альфа катая будет. Ну и так далее. Ну и вот этих участочков здесь очень много. Там первый, второй, третий, четвертый и так далее, каты участочек, ну и так далее, вот вплоть до точки 2. Всегда можно так разбить траекторию на маленькие фрагменты, что в каждом из них у вас будет и это, и это неизменно. Ну, как бы можно будет ввести везде вот соответствующий угол. Тогда механическая работа силы на всем вот таком участке А будет называться сумма. Работ на каждом из маленьких, для которых можно уже вот этим определением воспользоваться. Ведь на каждом из маленьких сила неизменно. Поняли? Пишут эту сумму вот таким значком и тут пишут дельта А. Ну, можно индекс даже суммирования здесь сделать, К. Что это означает? Это означает дельта А1, работа вот этой силы, ее значение F1 на первом участке плюс дельта А2, работа уже значение силы в два вектора уже на втором участке, плюс и так далее, плюс дельта А катая, работа на катом участке, плюс и так далее, вплоть вот до финальной точки. Вот как вводится понятие работы в общем случае. Ну, я специально немножко здесь ушел в теорию, для того, чтобы не возникало каких-то вопросов, ну, они все равно, конечно, будут, чтобы в меньшей степени не возникали на предмет того, что такое там работа, да, вот мы ввели здесь в законе изменения кинетической энергии понятие работы, а, а где оно будет, да? Ну вот, а что это вот я не знаю. Ну вот, чтобы хоть какое-то было понимание того, что это такое, я вот для этого здесь это все и написал. Окей, готовы к задачам я надеюсь. Теперь давайте поймем, а зачем вот это все было? Столько много законов, столько много слов, неужели все это связано? Вот не поверите, буквально каждое слово связано мы с вами начинаем говорить про упругие удары. Да, ну вот давайте мы прям на конкретном примере. Значит, у меня тут с компьютером ЧП произошло, вот, поэтому не удалось сделать вот тут вот, как я обычно делал, вот тут у меня необычно фигурировали картинки к задачам. Но ничего, я просто устно буду вам формулировать их, я думаю, все равно будет нормально. Ну, он, Паш, выводится из второго закона Ньютона, ну или закона изменения импульса. Его можно вывести, просуммировав его. Вот. Сейчас на это, к сожалению, времени не хватит об этом говорить, но вы можете поискать в интернете, выводы везде есть. Он работает всегда. Так, ну что же, давайте начинать обсуждение. Самая важная задача в рамках этого стрима, которая позволит раскрыть тему. Смотрите, Представьте себе такую модель. У вас есть, у вас есть некая подвижная плита, гладкая, которую двигают с постоянной скоростью. То есть есть кто-то, кто вот взял ее рукой, и ее двигает с постоянной скоростью. Если извне кто-то будет ударяться об эту плиту, это все не важно, потому что этот кто-то поспособствует, подействовав какими-то силами, и обеспечит ей неизменность скорости. То есть есть кто-то, кто обеспечивает неизменную скорость плите, стенки вот этой вот. Понятно, да? Это очень важно. Движется эта стенка поступательно с некой скоростью u, и эта скорость является неизменной. Значит, говоря про эти скорости, не уточняя относительно чего, мы имеем в виду относительно Земли, да, земного наблюдателя. То есть вот это все сейчас картинка делается в системе отчета земного наблюдателя, НСО. Теперь, здесь есть некий шарик. Здесь есть некий шарик. Ну, предположим, это вид сверху. Вот, и все это на гладкой поверхности стола находится. Вот так вот по поверхности перпендикулярно столу двигают плиту. Поверхность, она перпендикулярна столу, то есть она вертикальная. А тут вот шарик движется с некой скоростью V. Вот, и рано или поздно он вот таким образом ударится о поверхность этой плиты. Не уточняется относительно чего, то есть это скорость относительно земного наблюдателя. Все супер. Понятно, ребята, идея, да? Ну, мы здесь поступили проще. Мы не говорили, что эта плита какая-то массивная, и ее масса очень большая. Мы это не говорили. Вот. Мы просто говорим, что есть кто-то, кто обеспечивает ей постоянность скорости. Потому что с массивными плитами надо сразу будет рассказывать про парадокс большого тела, а мне не хочется сейчас. Это немножко опять другой стрим. Здесь кто-то обеспечивает ей неизменной скорости. А вот этот предоставлен сам себе. Значит, он двигается, и вот здесь происходит упругий удар. Здесь происходит упругий удар. Это надо написать. Упругий удар. Вопрос к всем: Что значит упругий? Кто знает? То есть вот он улетит и отлетает. Что значит упругий удар? Как это осознать? Вот ошибочно считать, что упруги, когда отскочит эмиль, бывает, что он не упругий и все равно отскакивает. Парадокс заключается в том, что переходя в систему отсчета массивной плиты, получается там-то, ну так вот, если вот вопрос задали, я отвечаю. Давайте поподробнее. Там идея в чем? Даже если плита массивна, у нее меняется скорость при ударе все равно. Вот. И надо как-то пренебрегать изменением скорости, чтобы решить задачу. Иначе решить не получится. Так вот, парадокс заключается в том, что пренебречь изменением скорости плиты, перейдя в систему отсчета плиты, посчитав ее инерциальной тем самым, оказывается более безобиднее, нежели чем пренебречь изменением скорости плиты в системе отсчета земного наблюдателя. В этом парадокс и состоит. Ну, это тема отдельной беседы. Вот, может быть, и мы что-то на это проведем. Давайте об этом будем потом. Так, 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 так. Скорость сохраняется. Не согласен. Почему не согласен? Потому что сейчас задача будет как раз состоять в том, чтобы понять, какая скорость будет после отскока. И было бы странно, если бы она была бы такой, такой же равной V. Тогда бы задачи бы не было бы, да? Вот, то есть мы, конечно, можем сейчас здесь попытаться... Давайте я это сейчас здесь нарисую. После удара картинку изобразить. Вот, значит, как я и говорил, у плиты скорость неизменной будет то же самый. Вот, а шарик этот вот отлетает и имеет здесь относительно земного наблюдателя, некую скорость V со звездочкой. Кстати, задача состоит в чем? Мы знаем скорость V, мы знаем скорость U, произошел упругий удар, надо найти скорость после отскока. Вот это цель этой задачи. Найти V со звездой и выразить ее через V и U. Так вот, V со звездой не равно V. Ну, иначе задача бы не было бы. Надо сейчас будет разобраться с тем, почему. Итак, упругий удар, упругий удар. Я вот вижу, не выделяется тепло, система не теряет энергии. Так, 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 все немножко разными словами формулируют. Так. Сохранится кинетическая энергия. В какой системе отсчета? Ну, в общем, разброс ответов э, лишь показывает, что нужно это пообсуждать. Давайте не будем зазубривать ответ типа V плюс 2U, который, конечно, правильный. Наша цель физику, физику почувствовать. Давайте по побеседуем здесь. Так, упругий удар предполагает, что все деформации, которые возникали во время удара после его прекращения исчезли это означает упругий удар абсолютно упругий удар это удар при котором деформации возникающие при взаимодействии там немножко искривляются поверхности что они после прекращения этого ударения они все исчезли и вот как следствие этому как следствие этому можно будет уже говорить что не возникало никаких потерь механической энергии. Но тут нужно уточнять конкретно для кого? Для шарика или для системы? Вот, то есть это все очень непросто сформулировать так, чтобы это было распространено абсолютно на все виды задач. Самый правильный здесь комментарий на предмет того, что такое упругое взаимодействие, это такой деформации, что возникли при соударении, после его окончания все, пш, и они исчезли, их нет. То есть во внутреннюю энергию там механическая никак не переходила у той системы, которая здесь участвует во взаимодействии. Не выделялось тепло. Вот. А если теперь вот из этого, вот этого комментария, пытаться сделать вывод на предмет того, что там конкретно в плане механических энергий или кинетических будет сохраняться, то тут надо быть очень аккуратным. Вот если бы у нас плиту извне никто не трогал, обеспечивая ей неизменной скорости, то тогда упругий удар означает, что механическая энергия системы взаимодействующих тел шарик плюс плита, сохраняется. Понятная идея? Ну, дело в том, что при взаимодействии там были силы, что действовали как на одно, так и на другое. И они такие энергия обменивались. Вот. Итак, упругий удар ⁇ это удар, при котором деформации, возникающие здесь, исчезают после прекращения взаимодействия, то есть механическая энергия не переходила во внутреннюю, не выделялась теплота. И как следствие этого мы можем сказать, что энергия системы будет сохраняться, но лишь в случае, если извне там никто на эту систему никак не воздействует. Но это, увы, не наша ситуация, потому что у нас есть кто-то, кто воздействует еще на плиту. Поэтому говорить о том, что энергия системы сохранится, здесь будет нельзя. Ну а тогда что же в нашей конкретной ситуации делать? А вот об этом сейчас и речь пойдет. То есть, если по-простому совсем, да, вот на уровне совсем примитивном, упругий удар ⁇ это удар, при котором в теплоту ничего не выделяется. То есть механическая энергия вовнутрь у не переходит. А как это будет эм, влиять на кинетические-механические энергии той системы, которая взаимодействует, то уже надо как-то вот отдельно здесь рассматривать. Да. Итак, ну что ж, давайте начнем это рассуждать. Вот эта ситуация до удара. Вот эта ситуация после удара. Вот сейчас начинается самое интересное. Это все в системе отчета земного наблюдателя. Так что я думаю, я здесь в полное право имею вот это все обобщить. Вот сейчас начинается физика чистой воды. Давайте подумаем, что происходило во время взаимодействия. Все-таки там же не мгновенно они там как-то отлетели. Должно пройти было какое-то, ну конечно, небольшое время для ТТ, но тем не менее, чтобы вот у шарика поменялась скорость. Если бы мы плиту извне не трогали, у плиты бы тоже поменялась на самом деле. Но здесь есть еще кто-то, кто здесь и нарисован, кто для плиты это компенсировал. А для шарика нет, поэтому на самом деле его скорость изменится. Так, как выглядит картина взаимодействия? Давайте будем соображать. Итак, есть плита. И вот этот шарик. Скажите, пожалуйста. Вот если опустить... Это вид сверху, гладкий стол. Всякие вот такие силы реакции стола, силы тяжести шарика там. Вот если это опустить. Какие силы действуют на шарик? Сила реакции плиты совершенно верно. Я еще там говорил, что она гладкая, там трения нету. То есть плита на шарик будет действовать с некой силой реакции. Вот она. Угу. Так, теперь давайте поговорим про плиту. Ну вот, э, если опустить ту силу, которая действует извне на эту плиту, обеспечивая ей неизменность скорости тем самым, опустить всякие силы тяжести плиты от нас, там силы реакции стола, что на плиту действует? Ну, имеется в виду вот в этой горизонтальной плоскости, в плоскости доски. По третьему закону Ньютона на плиту будет действовать шарик с точно такой же силой, с которой и плита на шарик действовала. То есть, к плите вот здесь будет приложена сила, равная по модулю вот этой, но направленная в другую сторону. Поэтому ее можно обозначить как минус n вектор. С какой силы действует плита на шарик, с такой шарик на плиту. И в момент соударения, ну, вот этот маленький промежуток времени, что оно происходит, кто-то вот извне как раз должен гасить эту минус n, иначе у плиты скорость поменяется. Ну, видимо, кто-то извне действует на плиту куда-то туда, компенсируя вот эту минус n. Вот, она, кстати же, переменная еще во время соударения может быть. Ну, почти точно она будет там быстро расти и падать. Ладно, давайте мы Подумаем, что мы будем рассматривать здесь, что мы вообще можем рассмотреть. Физики по-разному бывает. Бывает так, что рассматривают шарик, бывает так, что плиту, а бывает так, что в системе шарик плюс плита. Что мы с вами будем рассматривать? Сразу же это решим. Всегда, прежде чем начинать какие-то рассуждения, фиксируйте свой взор. Четко поймите, что вы рассматриваете. Одно тело тогда какое? Систему тел, из чего она состоит? Ну вот, мнение расходится. Предположим, мы возьмем систему. Что будет здесь основную сложность составлять, ваши мысли? В системе возьмем шарик и плита. Не, ну почему нельзя систему? Мы можем взять систему, просто тут проблема одна есть. Интересно, вы напишите ее. Вот, написали, молодцы. Внешние силы есть со стороны того, кого-то, кто обеспечивает неизменной скорости плиты, и мы про нее ничего не знаем. Понимаете? Поскольку нам неизвестно, кто там с этой плитой как взаимодействует, обеспечивая неизменной скорости, мы не можем рассматривать только плиту, и мы не можем рассматривать системы, которые плиту включают. То есть мы не можем взять только плиту и систему шарик плюс плита, потому что про плиту не все известно. Свободно двигается тут только шарик. Вывод. Будем рассматривать только шарик, потому что на него нам понятно, какие силы действуют. Там масса шарика G, N стола и N страны плиты. Вот таких три силы на него действуют. Ну, конечно, вот эти энки убьются, это я согласен, но тут на плиту не нарисована сила, действующая со стороны человека, про которую мы ничего не знаем. Итак, все, мы берем только шарик, и только шарик мы с вами будем рассматривать. Хорошо. Вернемся к вопросу о том, что такое упругий удар можно еще кое-как ответить на этот вопрос. Я сказал, что это соударение, при котором те деформации, что здесь возникают во время взаимодействия, исчезают после того, как оно закончилось, вследствие чего у вас ничего не переходит в внутреннюю энергию из механической тех объектов, что взаимодействуют, и не выделяется теплота. Также это можно сформулировать следующим образом, другими словами. Суммарная работа этих двух сил равна нулю. Вот если это так, удар упругий. Ну и когда деформации все исчезают, которые тут были во время взаимодействия, так всегда и происходит. То есть упругий удары, когда суммарная работа этих двух сил ноль. А если удар будет неупругим, там что-то в плане деформации осталось, отскок при этом может быть, тогда суммарная работа этих двух сил будет не равна нулю. Она будет равна минус Q, где Q то количество теплоты, которое будет выделяться. Ну, неупругий удар это тема отдельной беседы. Ну, я на всякий случай это тоже упомянул, это тоже физика. Все, рассматриваем с вами только шарик. Ну и давайте будем думать. Вот мы находимся в неподвижной системе отчета Земли. <как> Наша цель понять, чему равняется V со звездой через V и U. Все скорости относительно Земли. Ну, мы же можем воспользоваться законом изменения кинетической энергии, о котором мы с вами говорили. Можем? Он вроде всегда работает, почему нет? Ну вот, от момента перед ударом до момента сразу после. Ну, давайте попробуем воспользоваться конкретно. Работа всех сил. А это работа силы N стола, действующая на шарик, работа силы m шарика g, но они равны нулю, то есть шарик перемещается под 90 градусов к этим силам, да? Плюс работа сил реакции N. Это есть разность кинетических энергий шарика. Конечная кинетическая энергия mv со звездой в квадрате пополам минус начальный МВ квадрат пополам. Вот так, в общем, случае это выглядит. Это понятно всем или нет? Вот это работа всех сил, что действует на шарик. Тут я просто не писал работы сил N стола и M шарика G, потому что они нулевые. Так вот, почему-то очень многие учащиеся думают, что это равно нулю, значит V со звездой равно V. Но с чего вы взяли, что работа силы реакции равна нулю? У вас что, мгновенно удар произошел? Нет, там маленький промежуток времени был. У вас точка, к которой приложена сила N, во время вот этого взаимодействия таки перемещалась со скоростью у плиты. Точка приложения силы N со стороны плиты, вот сила, действующая на шарик, она перемещалась. Было перемещение дельта S, точки приложения силы за время соударения, значит вот эта работа она была не нулевой, а значит v со звездой не равно v, это понятно? Давайте здесь сразу в чатике, ну просто это правда очень важный момент. Вот простейший закон позволяет эту сходу осознать. Ну вот можно так и написать, что дельта s не равно нулю за время дельта Т взаимодействия, поэтому работа сил реакции опоры не равна нулю. Да? А как следствие этого можно говорить, что вы со звездой вы не равны, извините. Да фиг с 2 тут это время посчитаешь, но не явно задано. Вот. Это уже совсем другого уровня задания. Много чего надо вводить дополнительного про материалы, которые тут взаимодействуют, про некие законы, которые можно описать эти взаимодействия, это все очень сложно. То есть получается интересно, мы не можем в системе отчета Земли сделать ничего от слова совсем. Мы не знаем, по какому закону менялась сила N, мы не знаем, там, как там перемещалась точка приложения. Мы еще ничего не знаем. Ну, то есть мы не можем в системе отчета неподвижной понять, чему равно В со звездой. Ошибочно считать, что оно равно В. Надо что-то придумывать. И мысли правильные здесь уже звучат. Но позвольте себе задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда V со звездой равнялось бы V? Чем мы, в общем-то, всегда в задачах и используем чуть ли не вот с восьмого класса. Ну вот что надо изменить в этой задаче, чтобы все было хорошо и V со звездой равнялось V? Правильно. Надо, чтобы плита была неподвижной. Совершенно верно. То есть, если у нас происходит упругий удар а неподвижную стенку, то с какой скоростью объект ударится, с такой и отскочит. Почему? А потому что сила реакции, действующая на объект, совершит работу, равную нулю. Это будет 0. Значит, V со звездой равно V. Понимаете, да? И этим мы даже вот как несознательно пользуемся обычно, когда решаем задачи, что типа если упругий удар обо что-то, вот там с скоростью V в с такой же скоростью V отлетит. Но стоит нам сделать так, чтобы эта стенка двигалась, так сразу все рушится. Потому что сила, действующая на шарик за время удара, совершает работу. И скорость тем самым у шарика изменяется. Это очень важный момент. Ну, давайте теперь думать, как с этим бороться. Ну, основная проблема была в том, что точка приложения силы N двигалась. Давайте сделаем так, чтобы она не двигалась. И тут как раз как ЧПДЛ на помощь спешат пересадки в другие системы отчета. Почему бы нам не понаблюдать за движением шарика из другой системы отчета? Такой, в которой как раз таки плита будет неподвижной. Ну, а тут еще так очень удачно получилось. Эта система отсчета будет являться инерциальной. Закон изменения кинетической энергии, закон изменения импульса вот, работают только в инерциальных системах отсчета по тем видам сил, к которым мы привыкли. Это очень важно. Системами инерциальными отсчета называются те системы, которые двигаются относительно фиксированной инерциальной без ускорения. То есть с постоянной по направлению увеличения скоростью. Земля в хорошем приближении в наших задачах считается фиксированной инерциальной, значит плита будет здесь тоже инерциальной системой отсчета. То есть, переходя в систему отсчета плиты, зная, что скорость ее не меняется, зная, что она инерциальная система отсчета, мы там также сможем воспользоваться соответствующим законом. Итак, это была первая часть рассуждений. Давайте поставим здесь пункт 1, там, закрывающейся скобкой. Это в системе отчета неподвижного наблюдателя. Теперь ставим цифру 2 и обсудим, что будет в системе отсчета плиты. Скажем, перейдем в систему отсчета плиты. Напишем, у плиты нет ускорения, значит, система отсчета плиты является инерциальной, значит, там работают законы изменения кинетической энергии, закон изменения импульса. У нас развязаны руки. Попробуем провести ту же логическую цепочку. Погнали. Итак, в системе отсчета плиты. Это уже пункт 2 подписали, да, что это система отчета плиты. Естественно, плита неподвижна. Вы сели на нее, и для вас она неподвижна. И теперь вы смотрите за шариком. Но вот только шарик-то теперь на вас уже будет двигаться с какой-то другой скоростью. Понимаете? Эта скорость будет называться относительной скоростью. И вам надо будет еще ее определить. Вот для этого нужен закон сложения скоростей. Но можно условно ее обозначить V относительное 1. Хорошо. Что будет после удара? Плита неподвижна, мы на ней сидим. Ну шарик отскакивает как-то вот этот наш. Он отскакивает и после соударения имеет какую-то уже в относительное 2. Ну вот если помечать сразу же то, что все это у нас в подвижной системе отсчета в системе отсчета подвижной мы наблюдение ведем. То есть плиты, где плита неподвижна, мы можем воспользоваться законом изменения механич... кинетической энергии для шарика. Давайте воспользуемся. Причем здесь, что еще важно отметить, у вас при переходе из одной системы инерциальной в другую, картина сил всегда сохраняется. То есть во время взаимодействия вот со стороны плиты на шарик будет действовать ровно та же самая сила реакции опоры, изменяющаяся по тому же самому закону. Работа всех сил, действующих на шарик за время вот этого взаимодействия в системе отчета плиты. Это работа силы N, скажем так, относительная, да, то есть в другой системе отчета. Работа зависит от выбора системы отчета. Это есть разность кинетических энергий. Тут минус тут. Погнали. МВ относительное 2 квадрат минус МВ относительно 1 квадрат. Вот здесь уже, учитывая, что перемещение точки приложения силы n отсутствует, дельта s равно нулю, мы вправе сказать о том, что работа вот этой силы реакции за время взаимодействия будет нулевой, потому что вы как будто бы неподвижный объект с ним столкнулись, а n относительное будет 0. Ну, приравняв вот это к нулю, приравняв это друг к другу, понимая, что там v он это модуль, там корень извлечь, если получите равенство модулей вот этих относительных скоростей. У вас получится v относительное 1 равняется v относительное 2. И вот это как раз таки фундаментальная вещь, следующая просто из простейших соображений, связанных с законом об изменении кинетической энергии. Если у вас происходит упругий удар, а что-то подвижное, а подвижную стенку, и эта стенка является инерциальной системой отсчета, как в нашей ситуации, Тогда факт того, что с какой скоростью мы ударились, такой отлетели, будет верен только в системе отсчета этой стенки. Вот здесь надо вот, вот буквально эту фразу, чтобы вот у вас была записана, потому что она является ключом к решению задач, ну, которые мы разбираем в рамках вот этого стрима. Ребята, это всем понятно? Это на самом деле, правда, очень здорово. Как обычно здесь поступают? Обычно нам вот говорят, а вот, ребятки, это так, короче, и используйте все. А, ну все, переходим. Ну, надо физически понимать, откуда это взялось. Вот я вам это объяснил четко, причем. Ну, в записи потом сможете ее написать, я ее каждый раз буду своими словами повторять. Когда у вас шарик ударяется о подвижную стенку, и эта стенка является инерциальной системой отсчета, то есть у нее скорость не меняется в этой стенке, то Факт того, что скорость шарика до и после удара одна и та же, верен только в системе отчета этой стенки. Ясно? И это очень важно. Так, хорошо. Мы знаем равенство вот этих скоростей. Можно вообще, наверное, как-то теперь это отдельно здесь отметить. В рамках нашего вот этого пункта 2 можно написать, что v относительно 1 это модуль этой стрелочки. Это есть v относительно 2 модуль вот этой стрелочки. Давайте просто это v от он обозначать будем одной буковкой. Ну вот мы теперь знаем, как связать до и после. Но все-таки у нас спрашивали скорости относительно земного наблюдателя. Что нам тогда делать? Какой закон нам применять? Напишите. Ну, других вариантов тут особо-то и нету. Нам придется им воспользоваться. Ну, Леш, очевидно или нет, опыт печальных результатов многих на Олимпиадах показывает, что один из ста это понимает. 99 остальных думают, что понимает, а на самом деле нет. Закон сложения скоростей. Да. Давайте попробуем наконец-таки его использовать. Но прежде чем использовать закон сложения скоростей, третий пункт идет решение. Надо четко написать, что неподвижная система отсчета, что подвижная система отсчета, что объект рассмотрения. Напишите это в чате четко. Я пока готовлю доску. У нас сейчас будет вот здесь полная картина. Вот это тройка объектов основных наших. Ну, неподвижная система отсчета, понятно, что это наша Земля. С ней вроде бы ясно. Сейчас мы цветовую гамму нашу замечательную внесем на доску. ЗСС – это закон сложения скоростей. Подвижная система отсчета – плита. Неподвижная система отсчета – НСО – земля. Объект рассмотрения – наш шарик. Отлично. Давайте до и после удара, третья позиция решения, до удара и после рисовать закон сложения скоростей. До удара, после удара. В задач на упругие удары проще всего применять подход в виде рисунков. То есть геометрически показывать, что абсолютная скорость объекта рассмотрения, скорость шарика относительно Земли, до удара это В, после удара В со звездой. Она складывается векторно из скорости этого шарика относительно плиты до удара V относительно 1, после удара V относительно 2. И скорости переносной, скорости плиты относительно земли. А это наша самая скорость U. Вектор на это надо все время показывать. Ну, давайте будем пытаться это делать. Будем пытаться это делать. Так, до удара, до удара у нас шарик двигался со скоростью V. И эта скорость была абсолютная, беленькая. По закону сложения скоростей она будет складываться из скорости переносной, скорости плиты. Это вектор U, направленный влево. Ну, давайте так и напишем, что это вектор U, направленный влево. Вот она, переносная скорость, зеленая. И скорости относительной шарика, то есть скорости шарика относительно плиты до удара, V относительно 1. Как же должна быть ориентирована эта скорость, чтобы в сумме с переносной зеленой дать абсолютную белую? Как нужно ориентировать скорость относительную, оранжевым цветом ее изображаем, чтобы в сумме с зеленой стрелочкой, оранжевая стрелочка в сумме зеленой стрелочкой дала белую стрелочку? По закону, ну, по правилу сложения векторов, очевидно, вот. Если вы сложите вот таких два вектора, у вас получится вот это. Итак, относительная скорость. V относительная 1. Ну, можно здесь везде ставить вектора, на самом деле. Даже я бы сказал, нужно, чтобы было четко понятно. Плюс переносная скорость. Оп, скорость шарика. Готово. Из картинки следует, что длина оранжевой стрелки – это сумма длин зеленых и белых стрелок. То есть из геометрии мы вправе написать, что V относительно 1 – это V плюс U. Это понятно, ребят. Сейчас очень много будет таких картинок. Понятно, что первый пример, он самый долгий, потому что надо обсудить физику, дальше будет динамичнее. Что после удара? А после удара, смотрите, ну понятно, что мы отлетаем, то есть относительная скорость будет направлена теперь в противоположную сторону. Но по модулю будет ровно той же самой. Начинаем, конечно же, с нее. Вот наша относительная скорость. Длина этой стрелочки должна быть такая же, как тут. Это V относительная 2 по модулю, оно такое же, как V относительно 1. Обратите на это внимание. Какой же вектор V со звездой скорости шарика будет после удара относительно Земли? Чтобы это понять, нужно к относительной скорости прибавить переносную, и мы поймем, куда будет направлена абсолютная V со звездой. Ну, переносный у нас всегда влево, это скорость плиты U. Если прибавить к относительной скорости переносную U, вы получите абсолютную скорость V со звездой. По правилу сложения векторов. Опа! Вот она скорость V со звездой. Итак, абсолютная скорость шарика после удара, беленькая, складывается из переносной скоростью U, зелененькая, и относительной скоростью V, относительной 2, оранжевая. Оранжевая плюс зеленая обязана давать белая. Как бы это забавно не звучало. Из геометрии, опять, длина белой стрелки, сумма длин вот этих разноцветных. Тут уже по-другому, чем тут получается. Итак, V со звездой. Это есть V относительное 2 плюс U. Это видно из картинки. Дальше можно воспользоваться вот этим. Просто сказав, что это тупо V от он, мы так договорились обозначать, что V относительное 1, что V относительное 2. В этом нет ничего такого, Да. Вот. И далее просто можно подставить это V относительное сюда. То есть совмещайте теперь результат применения закона сложения скоростей. И, о ужас, V со звездой это V плюс 2U. Да, в ряде случаев в Олимпиадах можно это использовать без вывода. Но, чтобы иметь возможность решать самые разные задачи, нужно физически понимать вот так вот буквально, настолько подробно, откуда это берется. Физика именно вот в этом подробном разборе. В словах. А не в том, чтобы написать ответ. Это понятно или нет, ребят? Давайте конкретные вопросы по результатам применения законов сложения скоростей это третий пункт решения первой задачи. Вот он ответ. То есть, используя факт того, что относительная скорость у вас до и после удара одна и та же. Мы пересаживали систему отсчета плиты. Мы можем, применяя закон сложения скоростей до и после удара, как раз связать абсолютные скорости. И они на 2у отличаться будут. Кстати, такой вопрос по скриптум для всех. А если бы плита вправо двигалась со скоростью у, неизменной, и вот здесь шарик со скоростью в двигался, и он отлетал бы влево, там, в со звездой скорость. Как тогда в со звездой бы выражалось через В? Кто скажет? Ну, вот будет В, а дальше... Минус 2 У, молодцы. Как домашнее упражнение отдельно сделайте, в этом убедитесь. Ага. Молодцы. Ну, довольно забавно. Довольно забавно получилось. Так, ну с точки зрения физики здесь, наверное, особо больше ничего и не скажешь. Можно теперь обсудить следующий фрагмент. Мы движемся с вами. Дальше я пока вопросов не увидел здесь. Угу. А если удар о плиту будет под углом? Мы говорили про закон изменения импульса на какой-то фиг. А где он пригодится? У вас наверняка должны были возникать такие вопросы. Все связано, все, что я сказал. Поэтому сейчас отдельным фрагментом чуть-чуть про это. И перейдем уже со всем кондовым примером, где вся эта техника будет использоваться. И так до конца стрима будем решать все по этой теме. Смотрите. Плита гладкая, правильный. Саш вопрос молодец. Сил трения нет, которые бы все испортили. Ну вот угол падения равен углу отражения, только в системе отчета плиты. Да, в том -то и дело. Вот это надо обсудить. Ну смотрите. Обсуждение будет, собственно, таким. Обсуждение будет таким. Можно это назвать задачкой под номером 2, но она будет теоретическая, без каких-либо ну, расчетов. Итак, есть плита, которая как-то двигается со скоростью U. Скорость U является неизменной величиной. То есть кто-то обеспечивает неизменной скорости плиты. Да, да, спасибо за комментарий, совершенно верно. Вот. А здесь есть некий шарик, который перед ударом, перед ударом имеет относительно земного наблюдателя скорость v, и при этом падение происходит под углом альфа. Удар упругий. Удар упругий. Все в порядке. И шарик этот отлетает. Шарик этот отлетает. Но вот тебе раз. Отретает он под каким-то углом бета. Со скоростью какой-то В со звездой. Уже любопытно должно быть. Вопрос. Бета и альфа они равны? Если нет, то как они связаны? Что больше, что меньше? Вот такой теоретический вопрос. Сравнить альфа и бета. И естественно, если я сейчас вам не говорю о том в какой системе отчета все это происходит то по дефолту система отчета неподвижная земли земного наблюдателя земля как в песне и здесь уже до и после удара изображены сразу ну вот практически все как один здесь говорят ну как говорит если удар упругий то с какой это самое вот под каким углом упал под таким и отразился ну, ребят, ну проведите параллели хотя бы со скоростью. Я вам уже объяснял, что V со звездой V не будут равны друг другу, если U не равно нулю. Ну, значит, наверное, тоже можно и на угол распространить. Не надо думать, что угол падения, вот он, равен углу отражения всегда. Нет. В общем случае, нет. Так было бы, если плита была бы неподвижной. Тогда под каким углом альфа упадет, под таким альфа и отскочит. А если она двигается, ничего подобного. Как же с этим разбираться? Проще всего, проще всего здесь будет, наверное, сделать следующее. Во-первых, из задачи 1. Из задачи 1. Мы с вами уже убедились, что V со звездой не равно V в системе отчета земного наблюдателя. Верно? Давайте будем это использовать. На основании этого факта покажем, что бета и альфа не равны друг другу. Как это можно сделать? Просто в системе отчета Земли рассмотрите ваш шарик, на который вот так вот будет действовать сила реакции опоры N со стороны вот этой плиты. Да, возможно, стоит указать еще силу тяжести МЖ, действующую на этот шарик. Возможно. Трения нет. Скажите, пожалуйста, это какие силы? Плита горизонтально. Какая у них ориентация, как бы. Направление в пространстве. Ну, надо, сразу. Я жду, чтобы в чате об этом написали. Это, это важно. Ну, когда мы рассматриваем один только шарик в рамках системы, то все силы на него действующие являются внешними, Леш. Вертикальные, вот. Они по вертикали ориентированы. Давайте запомним. То есть равнодействующая всех сил, воздействующих на наш шарик, как сумма силы реакции опоры и силы тяжести. Это вертикально ориентированный вектор. Скорее всего, вверх, потому что скорость была вниз, вертикальный компонент, а потом стала вверх она ориентирована. То есть R должно быть вверх ориентировано в конечном счете. Это вертикальный вектор. Вертикальный вектор. По горизонтали силы есть. Саш, можем, можем сделать, но хотелось бы здесь общую конструкцию. Это да, то, что мы можем сразу тот результат использовать, это правда. Давайте по фрагментам. Совершенно верно, их нету. То есть, если брать какую-нибудь горизонтальную ось X, пожалуйста, да, вот в проекции на ось X равнодействующая всех сил 0 дает. Значит, в проекции на плиту важно, чтобы она была гладкая, важно, чтобы не было бы трения. Трение, если будет, все будет плохо. Это же будет неверно. В проекции на плиту будет сохраняться импульс. Вот, это очень важно. По закону сохранения импульса. Закон сохранения импульса. По оси Х он будет работать, поскольку по оси Х нет сил. Мы вправе говорить о том, что у шарика будет сохраняться импульс в проекции на оси Х импульс это масса на скорость. Шарик 1, масса его не изменяется. Фактически это означает, что проекция скорости на ось x, то есть на плиту, будет сохраняться. То есть, сейчас я это прям аккуратно покажу на картинке. Верно, что вот это вот, вот, вот перпендикуляр опустили, вот это вот проекция здесь скорости и вот тут, вот она это проекция скорости, это одно и то же Vx. Это связано с тем, что у вас нет сил вдоль плиты. Это можно использовать. То есть закон сохранения импульса работает на плиту, потому что там нет сил, и он уже позволяет что-то связать. Ну, давайте сразу попробуем осознать. Вот из этого треугольника Vx, если выражать, напишите в чате, что это будет. Тут альфа, угол, они а не лежащие при пересечении двух параллельных прямых секущих. Vx здесь это что? Нет, нет, здесь буквально каждый фрагмент очень подробно важно выделить, я поэтому не тороплюсь это делать. Стоит сейчас чуть-чуть ускориться, и все, пиши, пропало. Я знаю, как происходит, знаете, полгода проходит, когда вот это рассказываешь где-то в преддверии Олимпиад, люди садятся, картинки там всякие, с законом сожжения скоростей рисовать, и все. Я все забыл, я не помню. А вот то, что надо было подробно в свое время это делать, и мы будем подробно сейчас делать. Правильно? В синус альфа. Все уловили, да? Можно написать сразу. В синус альфа. По определению синуса угла в этом прямоугольном треугольнике. Так, теперь тут. тут очевидно, что вот, не знаю, перпендикуляр опустили. Вот он ваш Vx. Тут как? Vx. Вот это вот как выражаться будет. Есть тут бета, тут угол бета. Все по аналогии, да? В со звездой синус бета вы получите тот самый VX, который не должен измениться. V со звездой синус бет. Прекрасно. И еще отметьте, пожалуйста, что углы альфа и бета острые. Да? Меньше 90. Ну, в общем-то говоря, все, что надо, мы сделали. Так, это была вот эта такая первая часть. И теперь вторая в виде вывода. Ну, смотрите. Так как V со звездой и V, они не равны друг другу. В чем я почти уверен, что V со звездой будет больше, чем V. Потому что плита туда двигается. Там по этой оси 2У должно набежать. То альфа не будет равняться бета. Это будут разные углы. Ребята, это понятно или нет? Скорее всего, на картинке плохо нарисовал. Бета меньше, чем альфа должен быть. Ну, можно даже уточнить по скриптам, если вы все-таки поверите в то, что V со звездой больше V, потому что это следует из задачи 1. Вот 2U вот так должно набежать. То есть у вас вертикальная компонента V со звездой должна отличаться от вертикальной компоненты V на 2U. Причем это должно быть больше, чем у этой. Если V со звездой больше, чем V, значит β меньше альфа. Ну, значит, я на картинке был неправ. Поняли, ребята, идею, да? Ну, то есть, очень интересно выходит, что вот это, которое мнемоническое правило многие используют, типа угол падения равен углу отражения, он не работает нифига. А как же тогда мы будем находить связь углов? Не, ну это правда интересный, очень важный вопрос, да? Как мы это будем делать? Есть соответствующий способ для этого. Для скорости мы его озвучили. А для углов как это будет? Тут мы задачу решили, мы сравнили углы. Вот теперь, да, 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 да. да вот теперь давайте про систему отсчета плиты. Вот это интересно. Ну, смотрите, да, действительно, у нас скорость плиты не меняется. Система отсчета плиты инерциальная. И мы можем туда перейти и понаблюдать за движением шарика. Там мы будем знать, что с какой скоростью шарик упал, с такой отразимся. Ну, как это повлияет на углы? Ну, то есть, вы предлагаете теперь не в системе отчета неподвижной понаблюдать за движением шарика, а из системы отчета, связанной с плитой. Я говорю, хорошо, давайте. Там относительная скорость будет уже не под углом альфа направлена, а под каким-то другим. Что до удара, что, соответственно, после. И как вот эти другие уже углы альфа и бета между относительными скоростями и перпендикуляром можно сравнить. Ну, 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 проведите аналогию с тем, что было здесь указано. Если в системе отсчета плиты сравнивать углы падения и отражения для относительных скоростей, что будет тогда? Ребята, вы должны сами это написать здесь и дойти до этого. Давайте, давайте, думайте. Они будут равны, а почему они будут равны? Почему в системе отсчета плиты угол, под которым относительная скорость направлена до и после удара, будет один и тот же? действительно, в системе отсчета плиты углы, ну, они уже не альфа и бета, а другие, да, вот между относительной скоростью, грубо говоря, вот тут и тут, они с перпендикуляром будут одинаковыми. То есть в системе отчета плиты действительно будет работать, что угол падения равен углу отражения. Но почему? Какие именно скорости равны? Очень важно, чтобы каждый это осознал сейчас относительные скорости равны. Смотрите, формально, если система отсчета плиты инерциальная, то в ней вы также можете воспользоваться законом сохранения импульса. А значит, проекция скорости относительной на направление плиты тоже должна сохраняться. Но поскольку из закона изменения кинетической энергии вы доказали, что V относительное 1 равно V относительное 2, тут будет V относительное 1, тут V относительное 2, я сейчас это напишу, то там углы, соответственно, будут равными. То есть из-за того, что скорость там не меняется, и импульс по-прежнему сохраняется, ведь плита это инерциальная система отчета, угол падения будет равен углу отражения. Делаем запись и будем считать, что вся подготовительная работа, наконец-таки, здесь была выполнена. Максимально тщательно и подробно. Не будем это называть каким-то отдельным номером задачи, нам это не надо. Да. Итак. Один момент. Если говорить про систему отсчета плиты. Плита в ней неподвижна. Ну вот до удара, допустим. Скорость, конечно, лучше ее оранжевым было рисовать. Ну ладно. В относительно 1. Угол падения Гамма 1. После удара у шарика скорость V относительная 2. В системе отчета плиты все это проводим в рассуждение. В системе отчета плиты. То есть это подвижная система отчета. Все в порядке. И тут угол гамма 2. Ну, во-первых, если пользоваться тем, что было в первой задаче, мы показали, что v относительное 1 равняется v относительное 2 равняется v относительное. Да, это первое. Во-вторых, закон сохранения импульса px, но уже относительного импульса, да, то есть в системе отчета плиты, мы также можем написать. Это константа. Это будет говорить о том, что v относительное x сохраняется также. Ведь плита инерциальная система отчета, там можно это использовать все. Вы также можете взять и вот эти вот желтеньким цветом аккуратненько это покажу. Ребят, это быстро. Сказать, что вот эта вот проекция скорости на ось X, X ось, это как раз вдоль этой плиты, в X относительно, оно сохраняется. Написать, соответственно, ее здесь. Тут это будет V относительно 1, гамма 1. Синус гамма 1. V относительно 1, синус гамма 1. Тут, соответственно, написать это в x относительное можно как v относительное 2 синус гамма 2. Ну, поскольку у нас эти штуки на самом деле одинаковые, да? они одинаковые, они равны друг другу. Можно здесь эти индексы на самом деле было не писать. Можно совершенно смело на это сокращать. Мы получаем равенство синусов, а из-за того, что углы острые, мы делаем отсюда вывод, что углы будут одинаковыми. То есть гамма 1 и гамма... Всем снова здравствуйте. Да? Интернет, к сожалению, подвел. Так что прошу прощения. Мы с вами продолжаем наш балет. Да. Слышно, видно, все в порядке. Надо решать нормальные задачи сейчас. Да, надеюсь, чаечек все, все заварили. Да, ну хорошо. Ну, тем лучше. Действительно, этот перерыв оказался очень уместным. Так, решаем буквально следующий пример задачи. Это, наверное, как раз-таки ключ сегодняшней программы, когда мы попробуем объединить все, что было сказано. Условия ее мы прямо сейчас на доске зафиксируем. Выглядит оно так. Давайте прям под номером 3, по-моему, она должна уже фигурировать, правильно же. Так, представьте, что у вас есть плита, которая двигается с постоянной скоростью поступательно влево. Ну, мы эту скорость с вами не знаем, но обозначать будем буковкой U. То есть, эта скорость является величиной неизменной. Кто-то двигает плиту, обеспечивая ей постоянную скорость. Нет, это уже другая задача, там мы уже все сказали. Значит, здесь есть шарик, который летит, и прямо перед соударением он обладает скоростью равной v нулевое 2,5 метра в секунду. Можно прямо отдельно себе это записать. 2,5 метра в секунду. Значит, летит он под углом альфа, таким, что синус его 3 пятых. Ну, давайте сразу же здесь отметим так перпендикуляр. Вот он альфа. Синус альфа это 3 пятых. Это нам все известно. Вот. Происходит упругий удар. Упругий удар. Вследствие которого шарик отлетает. Отлетает он. Ну и, естественно, он имеет какую-то другую скорость. Давайте ее условно обозначать V со звездочкой. Мы ее не знаем. Но угол, под которым был совершен этот отлет, обозначим буковкой бета, синус бета 5 тринадцатых этот угол нам известен. То есть все, что известно, здесь указано. Известно только скорость шарика прямо перед ударом. Наша цель найти скорость шарика после удара в со звездой, а также ту скорость, с которой поступательно двигали плиту. То есть вот она наша непосредственно цель вот этого задания. Ребят, всем условия понятно. Да, да, да. И вот эту вот идею, Артем, на которой мы закончили, мы сейчас и будем Реализовывать. Ну, мы там сказали просто, что углы равны. И будем считать, что этого достаточно было. Хорошо? Краткое условие. Плиту двигают поступательно с постоянной скоростью. В нее упруга врезается и отскакивает шарик. Известно, что угол, под которым он упал, альфа, под которым отразился бета. Их значения известны. Известна та скорость, которая была у шарика до удара V0, 2,5 метра в секунду. Что надо найти? удар упругий. Надо найти, с какой скоростью у вас со звездой этот шарик отскочит, а также скорость плиты надо найти. Ну, вроде все. Ну, такая классика жанра. Ну, на самом деле это не так просто. Но, учитывая, что сегодня уже было, мы долго обсуждали, надеюсь, все это сейчас очень хорошо у нас получится. Так, условия точно всем понятны. Значит, все задачи подобного плана решаются тем путем, что если Эту плиту можно считать инерциальной системой отсчета, то тогда мы вправе говорить, что именно в системе отсчета плиты скорость, что до, что после удара, то бишь относительная, не изменяется, и именно в системе отсчета вот этой плиты под каким углом шарик упал, под таким и отразился. Ну, это вид сверху, сбоку, неважно, неважно. Да. Ага. Ну, давайте пробовать думать. Как вы считаете, что в рамках решения как раз первым делом здесь записать и стоит? Ну, вот напишите прямо это в чате. Будет интересно. Вывод этого не надо писать, а вот сам факт надо отразить. Ну, вот вы на Олимпиаде. Что вы будете писать? Картинки сразу рисовать или что? Ваши действия конкретно. Взяли листик, взяли ручку. Что вы делаете? Переписали условия. Вот дальше что делаете? выводы не надо вот эти все проводить, можно сразу факт писать и все. Ребят, вы должны написать то, что я сказал только что словами. Вы должны сказать, что... Поехали. Первое. В системе отчета плиты, мы условно ее будем называть подвижной системой отчета, вот прям должны написать это. Скорость шарика до и после удара одна и та же. Просто факт, доказывать не надо. Скорость шарика Скорость шарика не меняется по модулю. То есть до и после удара одна и та же. По модулю. Кроме того, надо сказать, что именно в системе отсчета плиты угол падения равен углу отражения. Так, надо сразу, чтобы вы написали, все ли хорошо. Да. Я не знаю, что происходит с интернетом. Вот. Да. Вы слышали, я надеюсь, что в системе отсчета плиты надо прямо отметить, что до и после удара скорость одна и та же по модулю. Это прямо надо написать. Кроме того, именно в системе отсчета плиты угол падения равен углу отражения. Вот, вот это главное. А уже дальше мы уже начинаем решать задачу. И формально это та же задача 1. То есть надо просто использовать закон сложения скоростей. Вот. Ну давайте это делать. То есть формально задача сводится к рисовашкам. Вам надо просто рисовать закон сложения скоростей. И вот для тех, кто любит аккуратно картинки рисовать там... Для людей творческих этот род задач очень понравится. А для тех, кто любит побыстрее ответы, им тяжело дефолт, они все относительно земли. Ну, к сожалению, я... Вы как-то знаете, как делаете. Вы пишите тогда в чате, чтобы я более-менее понимал, что и как. Я не знаю, что происходит, но вот такое иногда бывает. У нас интернет-провайдер, к сожалению, наверное, в каждом регионе, как вот дело к вечеру близится, начинает какую-то туфту производить и сделать с этим, к сожалению, что-то сложно. Да. Продолжаем. Все величины, отмеченные здесь на картинке, не уточнялись относительно чего они были даны, значит относительно Земли. То есть вот абсолютная скорость ⁇ это скорость шарика, вот V0 до удара, V со звездой после удара. Да, 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 да. Так, она складывается из скорости какой? Относительной скорости шарика относительно плиты. Ну, мы сейчас будем обозначать. Она как раз по модулю не меняется. И скорости переносной, скорости плиты относительно Земли. А это скорость U, которая не меняет ни направление, ни величину. Вот этим надо пользоваться. Ну и соответствующую цветовую гамму здесь соблюдать. То есть мы договорились с вами, что переносная у нас зеленая скорость, относительная оранжевая, а абсолютная белая. Поехали рисовать. Итак, начнем с того, что изобразим вот эту поверхность, о которой происходит здесь соударение. Вот. И сразу же перпендикуляр к ней отметим. Итак, скорость абсолютная. Скорость V нулевая. Рисуем ее. Она под углом альфа к перпендикуляру ориентирована. Скорость абсолютная. Вот она. Беленьким цветом она рисуется. Это скорость V0. Она складывается из скорости относительной и переносной. Переносная зеленая U мы знаем, куда ориентирована. Влево всегда рисуем ее, эту скорость переносную U. Вот она. Так как же мы должны ориентировать относительную скорость, чтобы вот этот оранжевый вектор, чтобы в сумме зелененьким он дал беленький? По правилу треугольника именно вот таким образом. Вспоминайте первую задачу. Вот если так ориентировать относительную скорость, то в сумме с переносной будет абсолютная. Ну и вот тут уже, наверное, можно будет подписать все. То есть, вот она наша относительная скорость. V, от он. Она а одна и та же, нет смысла писать уже индекс 1 или 2 по модулю. Это наша скорость V0, можно ее сразу отметить. А это наша скорость U. Ребят, всем картинка понятна! Это закон сложения скоростей до. Кстати, если вы делаете вот так вот, обязательно пишите, что это до удара, чтобы было понятно проверяющим, что это вообще за рисунок. Ну вот, эта ситуация до, можно, в принципе, плиту, наверное, было и не рисовать здесь. Я не знаю, почему я решил рисовать, но, наверное, чтобы показать, что это перпендикуляр к плите, вот этот беленький здесь. Надо отмечать углы. Вот это угол альфа, а угол именно относительно плиты, под которым мы падаем, это вот этот уголок гамма, давайте его обозначать. Что я обычно делаю здесь? И чего вам советую? Я обычно это достраиваю до прямоугольника. То есть я вижу, что это горизонт. Горизонт можно продлить. Я вот тут так вот делаю вертикаль. Вертикаль. И вот тут еще горизонт. То есть надо постараться сделать так, чтобы здесь получился прямоугольник. Напишите, какое основное свойство прямоугольника? Мы сейчас будем пытаться как-то связывать длинные отрезочков. Вот сейчас будете сами писать в чате. У нас все-таки стрим, а не беседа меня с доской. Так что давайте сейчас поактивнее. Основное свойство прямоугольника ну, про длины противоположных сторон надо всегда это помнить, несмотря на очевидность. Диагонали понятно. Здесь важно, что длины противоположных сторон равны. И это можно использовать. Да. Ну и давайте попробуем их поворажать. То есть основная цель связать как-то беленькое с оранжевым. Всегда связывают абсолютную скорость с относительной. В явном виде это как-то сложно. Что там, теорему синусов что ли писать? Фу. Проще выражать вот эти стороны по-разному. Но вот давайте сначала начнем с вами с оранжевого. Да? Из оранжевого выражаем длинный сторон прямоугольника. Учитывая, что здесь вот угол гамма, а стало быть здесь тоже угол гамма, напишите, пожалуйста, в чате, чему равняется длина вот этой стороны через оранжевое. Вот это вот. Да. Давайте давайте поактивнее, заодно потренируйтесь. Угол гамма есть V-относительное. Вот вам прямоугольный треугольник. Вспоминайте определение косинуса. Совершенно верно. V-относительное косинус гамма здесь получится. Очень даже ничего. Хорошо. А это напишите тоже в чате, пожалуйста. По аналогии, видимо, только через синус, да, то есть через, чтобы на противолежащий катет к этому углу выйти. В... через оранжевое выражаем. вы относительный синус гамма. Да, да, да. В относительный синус гамма. Так, теперь делаем то же самое, но для других сторон. То же самое, но для других сторон. И выражаем через беленькое V0. Давайте начнем с этого. Вот это через V0 это что? Ну, альфа угол, вот прямоугольный треугольничек. V0 на синус альфа, правильно? Можно сразу же это написать. Угу. Ну а вот эта сторона, я уже видел в чате, молодцы написали. Вот это V0 косинус альфа, а это U. Значит, вот это все, это V0 косинус альфа плюс U. Класс. Дальше просто. Длины противоположных сторон равны. Приравнивайте их друг к другу. Итак, это равно этому. Можно так и написать. Значит, V относительная косинус гамма будет равняться V0 косинус альфа плюс u. А это равно этому. v относительное синус гамма. Это есть v0 синус альфа. Половина задачи решено. Как вы догадались, теперь после удара то же самое. И после удара вы выразите формально те же величины, потом просто приравняете, будет ответ. Давайте рисовать. Вот кто напишет в чате, чем надо сейчас воспользоваться? С чего мы начинаем картинку? С какой стрелочки? Ну, какую-то из них надо совершенно четко сразу сейчас будет изобразить. Вот вполне четко. С оранжевой, используя это правило, да. То есть мы знаем, что именно относительная скорость, она не поменяется. Только там отразится. То есть относительная скорость вот туда будет. И тоже под углом гамма. Начинаем с нее. У меня даже где-то тут линеечка была. Вон она. Оп. Сейчас прикинем, чтобы это было более-менее похоже на правду. Ох. Попробую-ка я сейчас ее изобразить. Опа. Да, это уже что-то более-менее. Лишь бы только сейчас оно влезло. Итак, вот она относительная скорость. После удара она такая же. Именно относительная скорость. И по тем же углом гамма. То есть тут было бы резонно, наверное, сразу какой-нибудь горизонт нарисовать. Тут вертикаль. И отметить сразу, что вот он тот же угол гамма. А это та же самая V-относительная, которая не поменялась. Класс. Надо понять, как ориентирована V со звездой абсолютная скорость. А чтобы это понять, надо сложить оранжевое с зеленым. То есть надо изобразить переносную скорость зеленую. Ну давайте, она у нас всегда направлена Горизонтально влево. Оп. Рисуем горизонтально влево переносную скорость У. Вот так она выглядит. Складываем оранжевое с зеленым. Получаем белое абсолютное. Ох, сейчас будет, конечно, весело рисовать. Давайте-ка мы вот это гамма оранжевым сделаем. Так. Главное попасть. Бж -бж -бж. Во, попал. Вот она ваша В со звездой. Ой, сейчас мы ее попробуем. Подписать как-то эту В со звездой. Это вот эта скорость. И она как раз под углом бета к горизонту. То есть вот этот угол здесь будет бета. Бета. Красота. Понятно всем? Ребят. Бета, судя по всему, будет меньше, чем альфа, я так полагаю. Или больше. Или меньше. Не, вроде меньше. Ну что остается? Теперь достраивать остается все это до прямоугольника и делать то же самое. Ну как? Рисуем вертикаль. Горизонт. Горизонт, вертикаль. Тут прямые углы. Вот вам прямоугольник. В прямоугольнике у вас противоположные стороны равны. Длинные их просто пишем. У вас решение задач в итоге принимает своего рода кулинарный рецепт. Да-да, будут. Еще решим. Ну что конкретно сделаем? Давайте через оранжевое с него начнем. Напишите, пожалуйста, вот это чему равно. Давайте, давайте прям в чате. Можно было через закон сохранения импульса это писать, можно, но хочется показать общую технику, используя это правило. То, что можно было написать равенство в 0 синус альфа и в со звездой синус бета сразу, как за СИ сюда, это я не спорю. Но все равно для того, чтобы U можно было определить, нужно картинки представить было. Тут можно, конечно, говорить, что вот вертикальная составляющая на 2У поменяется. Но давайте честно будем делать. Все-таки задачи бывают разные, а подход надо знать общий. Еще одну или две. Ага, V относительная синус гамма. Совершенно верно. Из этого прямоугольного треугольника V относительная синус гамма можно подписать. Дальше рубим. Здесь по аналогии V относительно косинус гамма. Вот эта сторона будет. Можно подписать. Так, что остается? Остается беленьким писать. Беленьким писать вот это. Через беленькое, через V со звездой. Ну вот вам треугольник прямоугольный. Давайте в чат. Чему это равно? V со звездой. Синус бета. Совершенно верно. Можно подписать. Класс. Ну и наконец осталось всю эту сторону как-то выразить. У меня только тут места нет, вы как бы снизу напишите, а я вот тут позволю себе вот так сделать и написать тут. Понятно, что это сумма зеленого и оранжевого. То есть это будет U плюс V. А, ну, это U плюс V относительная гамма, с одной стороны, да. А с другой стороны, это V со звездой косинус бета. v со звездой косинус бета из вот этого прямоугольного треугольника. Вот это, оно же вот это, V со звездой косинус бета. Ну и все, пишем. Пишем то, что V относительная косинус гамма, это есть V со звездой косинус бета минус U. Можно выразить то же самое, что было тут. V относительная косинус гамма. Это есть V со звездой косинус бета минус U. Ну вот это прям сразу пишем здесь. Это первое. И второе. V относительное синус гамма равно V со звездой синус бета. V относительное синус гамма равняется V со звездой синус бета. Ну красота. Можно это выделить. Это вторая часть решения задачи. Все поняли, что изображение закона сложения скоростей до и после, учитывая это правило, в принципе решает все, что нужно. Дальше уже дело техники. Вот. Дальше уже удобство тех чисел, которые были заданы по условию, и просто объединение всех этих результатов. Где на это решать задачи? Ну вот, кто готовится к Олимпиадам, наверняка знает, что есть немало известная Олимпиада физтех. Вот. Задачи прошлых лет, которые можно легко, запросто найти в интернете. Ну, ищите 2001 год, где много на это было. 2007 год, где много на это было. Часто любят давать в девятых-десятых классах на ВОЖ, на МОЖ, что-то подобное. Вот. В принципе, можно любой задачник приличный по физике открывать, и тоже можно много чего на это найти. То есть это очень популярная вещь. У Чешев это и есть в тех прошлых лет. Итак, давайте доводить до результата. Сейчас мы тряпочки возьмем получше. Ну, третья позиция уже поиск В со звездой и У. Ну, сначала начнем с простого. То, что по ЗСИ можно было написать в проекции на плиту гладкую. Приравнивайте этих две штуки друг к другу, потому что это одинаковое. То есть уходите от относительных скоростей. В0 синус альфа равняется В со звездой синус бета Откуда можно выразить V со звездой совершенно смело? Тоска очень почему-то медленно это у меня сохнет. V со звездой будет равняться. V нулевое умножить на синус альфа и все это разделить на синус бета. Но остается только разобраться с вычислениями. Значит, V со звездой это есть. V нулевое через V0 выразим. Дальше синус альфа это 3 пятых. 3 пятых синус альфа. Синус бета 5 тринадцатых. 5 тринадцатых. То есть 39 двадцать пятых V нулевое получается. Ну а поскольку V нулевое это 2,5 метра в секунду, 3,9 метра в секунду получается. 3,9 метра в секунду получается. Всем понятно, ребят, что числа тут тоже как бы подбирались с умом. Цель их была именно в том, чтобы особенно не напрягать вас с арифметикой. Мы как раз получили то, что нужно. Ребят, все поняли? Как правило, вот этот первый вопрос, связанный с со звездой, он обычно решается всеми, именно как было озвучено в чате, путем применения ЗСИ и сюда. Народ сразу приравнивает вот как бы VX, если OSX направлено туда, и не мучается. А потом потом труба зовет как говорится потом чуть у всех все плохо сразу становится почему непонятно так ну и следующая позиция избавляемся от других относительных скоростей то есть надо приравнять вот это к вот этому где как раз вот это набег на 2у происходит вот ну вот пока стираю прокомментирую то что сейчас в чате появилось. на предмет можно скинуть задачку я разберу я очень долго думал и надумал следующее, что когда у меня сейчас более-менее утрясется все с расписанием, можно на постоянной основе придумать другой такой вид стримов, где, условно говоря, в течение недели вы будете присылать свои решения, написанные задач, где не сходится ответ, где какая-то ошибка, а я это буду в режиме реального времени разбирать. Вот, это было бы любопытно. Но понятное дело, что выборочно все разобрать не получится есть ощущение что это может получить отклик от вас если вам эта мысль нравится пишите в чате вот я пока не знаю как это будет организовано но у доски это будет сложно наверное делать скорее всего я буду все-таки с камерой тетрадочкой или что-то в таком духе вот ну скорее Просто если это будут какие-то фотки с решениями, там я их распечатаю. Мне, конечно, проще не на доске, чтобы это все повторять. Хочешь, чтобы вы видели решение кого-то, но все это анонимно будет, вы не переживайте. А я прям в нем буду черкать красной ручкой. Ну не то, что заигрываем, просто поток сообщений. Вот почему у меня ответ не сходится, МА, что мне делать, почему вы мне не отвечаете. Он настолько большой, что просто дичь. То есть одно дело, когда ты вот просто вышел там 2,5 часа, отрубил и в реальном времени посмотрел другое дело это когда ты вот как-то это все но ну, это гораздо тяжелее вот отдельно пока ты вникнешь пока то все как-то вот в, в реальном оно лучше ладно давайте приравнивать как и говорил вот эти две штуки значит v нулевое косинус альфа плюс u это есть вот это сейчас мы вверху берем Так, V со звездой косинус бета минус U. Так, ну, надо U искать. V со звездой вы знаете. Все, что с U, переносите влево. Все, что без U, переносите вправо. Тут, в общем-то, все примитивно. Единственное, V со звездой лучше все-таки выражать через V0. Все-таки как-никак у вас не было V со звездой в условии. Сразу численно подставлять как-то не очень. Ну, хорошо. 2U будет равняться. Подставляю сюда V со звездой. Значит, v нулевое синус альфа делить на синус бета. Умножаем на косинус бета. Какая функция здесь вылезает? Минус v нулевое косинус альфа. Ну, прям напишите. Не, ну тут не надо только как-то преувеличивать мои возможности. Понятное дело, что это будет каких-нибудь несколько этих самых, и я не буду расписывать. Я буду говорить, где косяк критиковать решения, говорить, как бы я оформлял. Это я умею делать быстро. А писать полностью прям решение до конца за вас я точно не буду. От этого вряд ли будет пользы много. Катангенс, совершенно верно. Этим можно, в принципе, было бы здесь воспользоваться, написать. Ну, ладно, мы уж не будем сейчас. Так, двойку переносим влево. Одна вторая в ноль. Будет за скобках. В скобках, соответственно, синус альфа косинус бета делить на синус бета минус косинус альфа. Ну и вот тут надо показать свои знания того, как вы пользоваться тригонометрическим тождеством умеете быстро. Смотрите, синусы даны. А давайте вы мне косинусы в чате напишите. Если синус альфа 3 пятых, косинус альфа по основному тригонометрическому тождеству, это что? Тын-дын-дын, тын-дын-дын. Четыре пяток, совершенно верно. Египетский треугольник, 3, 4, 5 стороны. Так, а вот это посложнее будет. Если синус бета 5, 13, косинус бета какой, посчитайте. Основное тригонометрическое тождество. 12, 13. То есть это прямоугольный треугольник, стороны 5, 12, 13. Да. Тоже бы хорошо вообще на память знать. Ну, можно подставлять, смотреть, что здесь будет. 1, 2, в 0 на... Так, синус альфа, 3 пятых. 3 пятых. Косинус бета, 12 тринадцатых. Синус бета в знаменателе, 5 тринадцатых. Тут 5, тут 13. Ну, круто. Сейчас все будет хорошо. Минус косинус альфа, минус 4 пятых. Сейчас будет получен очень хороший результат. Так, 13 того... А, что здесь получается? 36 25 минус 8 25, да? Не, не вот, минус 20 25. -х. На 5 нам надо. Сейчас на 5 же, да, на 5 домножить. 20 25. -х. 36 минус 20 это 16. 16 пополам это 8. 8 25, -х. да, да. Получается 8,25 в нулевое. То есть с числами как раз нам очень повезло. Тут все оказалось очень неплохо. Но хочу вас предостеречь. Как показывает личный опыт, в этих задачах не всегда автор старается сделать так, чтобы вычисления были хорошими. Здесь я их подбирал числа, чтобы было приятно. Но обычно это рандом. Из-за чего чаще всего в ответах на скорость плиты там или на какую-то другую фигурирует там корень из 7 минус корень из 2 разделить на 23. Вот человек получает такой ответ и думает, блин, ну не может же так. Может. Такое может быть. То есть не переживайте, если у вас здесь будут получаться какие-то дикие выражения, это нормально. Так, ну если 2,5 подставлять, сколько там, 0,8 вроде как, да, у получается равно 0,8 метров в секунду. Ну класс, это формально результат, мы его получили. Ребят, понятная идея? Как с этим действовать? Это классно. Это очень хороший пример в этом плане. И это не все. Не-не, Леш, далеко не везде. Хорошо, теперь давайте, вот пока я стираюсь доски, вы попробуйте ответить на не менее интересный вопрос. В рамках вот этой задачи. А вот давайте мы спросим у того, кто обеспечивал неизменную скорость плиты, какую работу он для этого совершил за время соударения. Ну, понятно же, что если бы плиту никто не трогал, то из-за соударения у плиты скорость бы поменялась. Она была бы уже не U, а У плюс дельта У. Какую работу совершил тот, кто не дал измениться скорости плиты? Кто догадается? Давайте ваши мысли, ребят, это будет любопытно. То есть речь о работе силы, с которой кто-то должен был воздействовать на плиту, чтобы у плиты не изменилась скорость. Мы опять возвращаемся к закону об изменении кинетической энергии. А у вас тут альфа-меньше бета, это нормально? Я уже только стер. В смысле, вы тут на, на картинке или, или это самое? Ну, вроде же ответ все верный получились. Или вы говорите к тому, что... Типа, до этого было как-то по-другому. Ну, все нормально, в общем. Разность кинетических энергий шарика. О, вот это классно. Да. Смотрите, помните, как мы с точки зрения сил все расписывали? Ну, вот когда только начинали беседовать. Мы говорили, что на шарик действует сила реакции опоры, поэтому у шарика меняется кинетическая энергия. Ведь эта сила реакции опоры в системе отсчета земного именно наблюдателя будет совершать нулевую работу. Был такое? Ну, вроде бы было, да? Вот. То есть мы вправе сказать, что для шарика работа вот этой самой силы реакции опоры в системе отчет Земного наблюдателя это МВ со звездой в квадрате пополам минус МВ в квадрате пополам. Если мы будем знать массу, можем найти эту работу. Теперь давайте мы посмотрим на плиту и то, какие силы воздействуют на плиту. В смысле В со звездой... Я, я я не понимаю, вот, вот сейчас обсуждение альфа и бета для чего пошел. Может кто-то коротко объяснить, что сейчас обсуждают в чате? Это очень сбивает сейчас, так что давайте прямо по сути. Что-то неправильно мы сделали. Мы ошиблись где-то, меня сбивает это, я не могу двигаться дальше. Разберитесь. А, а спросили, может ли, я понял. Может ли бета в, в этой задаче, в смысле. Сейчас, В со звездой. Так. Не люблю, когда меня, меня сбивают. Так, сейчас. У нас... Ну, я уже даже не помню синусы, какие были. Давайте опустим. Мне кажется, там ответ верный был. Короче, давайте сюда дальше. Какие силы действуют на плиту? На плиту действует точно такая же сила, минус n, но в другую сторону. И именно поэтому ее работа будет минус а n. Но помимо этой силы на плиту еще действует что-то извне. То есть вот человек с некой силой f должен воздействовать, чтобы как раз не изменялась кинетическая энергия плиты. И, наверное, эта сила должна быть против минус n, чтобы эта плита по-прежнему двигалась с постоянной скоростью. Так вот, помимо того, что закон изменения кинетической энергии можно для шарика написать, его можно написать и для плиты, если добавить эту внешнюю силу. И если у плиты не меняется скорость, то работа всех сил, действующих на плиту, а это работа силы f плюс работа силы минус n, вот работа всех сил, действующих на плиту. Это разность ее кинетических энергий. Да? Масса плиты у квадрат минус масса плиты у квадрат. То есть это 0. М большой масса плиты. Выходит работа той силы, с которой мы должны воздействовать на плиту, чтобы у нее не поменялась скорость, чудесным образом совпадает с работой силы реакции опоры, действующей на шарик. А значит она как раз и будет равняться МВ со звездой в квадрате пополам минус МВ в квадрате пополам. То есть это будет ответ. Понятно, ребята, идея. Ну потом после стрима отписывать в этом смысла нет, потому что я могу лишь сейчас какие-то коррективы внести. К сожалению, по чату я вижу только какую-то разрозненность в, углу, в углах, и я не помню. Вы должны понять, что я уже не помню, какие были углы, и я не понимаю, что сейчас конкретно вот обсуждают в чате. Про, про эти углы. Что, что не так? Еще раз. Что конкретно еще раз? Мне, видимо, надо открыть чат в другом месте, потому что здесь все с задержкой идет. Что конкретно? Мы сейчас говорим про углы или мы говорим про это? Если мы говорим про это, хорошо, давайте еще раз. Был вопрос, какую работу должен совершить кто-то, чтобы у плиты не изменилась скорость. Рассмотрим плиту. На плиту действует сила минус n со стороны шарика. У нас такие обозначения уже сегодня были на стриме. А также сила внешняя вот со стороны, которая как раз обеспечивает неизменной скорости этой плиты. По закону об изменении кинетической энергии для плиты, работа всех сил, действующих на плиту, это разность кинетических энергий плиты. То есть 0, если скорость плиты не меняется. Выходит, работа вот этой силы, которую нас спрашивают, это есть работа Формально, ну это, это минус, блин, как же проще сказать. А, ну, короче, она выражается через работу как раз вот этой силы со знаком минус. Теперь рассматриваем шарик. На шарик действует только сила реакции. Она приводит, работает этой силы к тому, что скорость меняется от v к v со звездой. Работа силы реакции опоры, действующая на шарик, по закону уже об изменении кинетической энергии для шарика, это разность кинетических энергий ее. Но если вы объедините закон об изменении кинетической энергии для шарика с тем, что мы написали для плиты, подставите это сюда, вы получите ответ на вопрос, чему равна работа силы F, с которой мы должны действовать на плиту, чтобы у нее не изменилась скорость. Ну вот если коротко, еще раз. Да. Даня, вот ты зря начал сумбур вносить в чате. Вот очень зря. Влетело под углом альфа, а вылетело под другом меньшим. И чего? У нас просто во второй задаче вроде бы это обсуждалось. Решен. Ладно, все, тогда забили. Ребят, понятно здесь идея или нет? Или еще раз все сначала повторять? Ну, просто запись, как бы, если что, будет. И я не очень помню. Вот не надо было про углы говорить. Тогда бы никто не потерял бы ниточку. Всем понятно или нет? Вот ответ на вопрос, какую работу надо совершить. Все, погнали дальше. <связать> есть еще кое-что, что надо обсудить, что тоже не менее здесь важно. А, смотрите, есть особый род задач, которые называют зеркальными задачами. Можно прям так и подписать. Зеркальные задачи. Они очень близки. К тем, о котором сейчас шла речь. Ну, не помню, какой там номер. Дальше вы мне напомните. Напишите в чате. Какой там номер задачи? Угу. Смотрите. Представьте себе, что у вас есть точка, и эта точка двигается со скоростью V. А здесь есть зеркало. Зеркало. И это зеркало двигается навстречу со скоростью U. Зеркало это то, что отражает свет. Вопрос. С какой скоростью двигается изображение? Аналогию видите или нет? Совершенно верно, Максим. И это абсолютно то же самое. Не, они в плюс у. В плюс 2 у ответ тот же самый. На самом деле это та же задача, где шарик врезается о плиту. Не поверите. Давайте начнем разбираться. Во-первых, поскольку здесь не указано относительно чего скорости, то они относительно земного наблюдателя. Вот. И... Как бы было бы неплохо, если бы здесь это было как-то отмечено, что эта система отсчета неподвижная, грубо говоря, земли. Понятное дело, что если это шарик, то его изображение в зеркале будет находиться в зазеркале симметрично зеркалу. То есть, если вы так условно опустите перпендикуляр и отметите, что здесь условно расстояние L, то симметрично зеркало вот так сюда, в другую часть, отображаете. И ставите соответствующую точку. На том же самом расстоянии. То есть, если вот это будет предмет, от которого свет попадает в зеркало, то здесь будет его изображение. Это та точка куда будут ориентированы продолжения отразившихся от зеркала лучей. Можно так отдельно и отметить. Изображение. И это изображение будет как-то двигаться. Влево там или вправо, я не знаю. Но с какой-то скоростью В со звездой это будет происходить. И наша цель будет с этим разобраться. Ну вот сейчас когда мы говорили, что здесь скорости В и У, это все движение относительно земного наблюдателя, потому что это не уточнялось. Нас спрашивают, с какой скоростью двигается изображение, значит относительно земного наблюдателя. Как вот тут вот проводить рассуждение? То есть известно В, известно У, это данные буковки, найти В со звездой. Факт того, что предметы изображения, они симметричны всегда зеркалу, но это из оптики следует еще и конец восьмого класса. Давайте подробно сейчас, наверное, про это не будем здесь заморачиваться. Максимум, как я могу показать в целом, что зеркало делает, наверное, так. Смотрите, вот луч света у вас идет от предмета. Он отражается, причем угол падения равен углу отражения. Вот. Продолжение попадает сюда в изображение. Свет падает, отражается, продолжение отраженного луча попадает в изображение. Ну, то есть это мнимое изображение вот этого действительного предмета. Ну, не будем сейчас в оптику углубляться. Суть, я надеюсь, ясна. Что такое изображение? Это то, куда попадают продолжения отразившихся лучей. Понятно, да? Как действовать? Значит, смотрите, в чем основная здесь идея. Она очень будет схожа можно как здесь рассуждать. Ну, вариант один рассуждения будет таким. Вы картинку сейчас видите? Давайте подумаем, какая картинка будет через маленький промежуточек времени дельта Т. Будем считать, что все скорости постоянные. Наш предмет, он сместится на некое расстояние В дельта Т. Но наше зеркало, оно тоже сместится, ведь оно двигается на расстоянии уже у дельта Т. То есть новое положение зеркала здесь можно изобразить. Вот это будет расстояние. Ага. То есть сейчас предмет оказался в этом месте. Это все в системе отчета Земли. Но изображение же должно быть симметрично всегда зеркалу. А, ну то есть мы опускаем вот так перпендикуляр. Мы понимаем, что это уже другая длина. Это уже длина, равная L, которая была. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Это уже расстояние. Давайте так его назовем. Мы его назовем э, какой-то другой буковкой сначала. D. А вы в чате напишите, как это D будет выражаться. Давайте. Ну, а сейчас это в другом контексте, так что хуже не будет. Ну, вот это все L. Да, то есть вот это расстояние L. Давайте соображайте. Это D. Это V дельта T. Это U дельта T. Вот не только V дельта T. Не забудьте еще U дельта T. Сдвиг зеркала. Вот забыли, я видел в чате. То есть D это L минус сдвиг предмета и сдвиг зеркала. То есть это будет L минус, а тут V дельта T плюс U дельта T. Вот что это будет. И вот именно на таком же расстоянии D теперь должно оказаться изображение. Так что можно здесь его отдельно отметить. Вот так восстановив перпендикуляр, симметрично на том же D будет вот это изображение теперь спустя время ΔT. Понимаете, да, идею? А можем ли мы теперь понять, насколько это изображение сместилось? Можем ли мы найти вот это расстояние? Скажите, как? Это пока первый подход, да, что здесь можно сделать. Ну, то есть надо понимать, что вот это L, да, вот это L, это надо понимать. Вот это L. А вот это какое расстояние будет? Можно его условно обозначить, не знаю, D со звездой. Вот чему равняется D со звездой. Ну вот нет, 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 ребят, это не L минус D. Вы забыли опять сдвиг зеркала, еще один. Смотрите внимательно на картинку. L это до старого положения. Пунктирного зеркала расстояние было. Но зеркало-то сдвинулось. То есть тут надо очень аккуратно. Тут э, надо понимать, что сдвиг зеркала есть. Поэтому, чтобы найти D со звездой, можно просто вот это расстояние по-разному расписать. С одной стороны, это L плюс U дельта T, а с другой стороны, это D плюс D со звездой. Значит, D со звездой это есть. Вот это все L плюс U дельта T. L плюс U дельта T. За вычетом D. Можно так и написать. Ну что, самое время это D подставить сюда и посмотреть, что будет. D со звездой это есть. L плюс U дельта T. Минус D. То есть минус L. И минус вот эта сумма. Минус на минус дает плюс. Значит плюс V дельта T плюс U дельта T. L уходит. Что остается для D со звездой? U дельта T плюс V дельта T плюс U дельта T. Или V плюс 2U дельта T. V плюс 2U. Полная аналогия на самом деле. Как найти V со звездой? Ну как, с постоянными скоростями все двигается. Если вот это изображение переместилось на расстояние D со звездой за время дельта разделить обе части просто тупо на дельта Тогда вот вы и получите V со звездой. Это есть D со звездой делить на дельта И это будет V плюс 2U. Вот первый способ, такой тупой немножко, прямой, как найти здесь скорость. Единственное, не очень понятно, куда она будет ориентирована, но это сейчас обсудим. Ребят, понятная идея? Такие очень интересные соображения. Это вот мы решили одним подходом. Таким вот, который очень многие на самом деле здесь используют. Но есть еще и другой подход, основанный как раз-таки на законах отражения. Да, это пересадки. Кстати, вот здесь давайте все-таки с направлением разберемся. Ну, логически, если изображение было здесь, а стало левее. Куда вы со звездой ориентированы? Ну, это очевидно. То ну, есть, оно левее оказалось. Влево, значит, верно? То есть, в со звездой будет ориентировано вот так. И вот он, ответ. Это был первый подход. Да. Если вот не действовать вот так топорно, да, а пытаться провести аналогию с темой этого стрима. Смотрите. Я там говорил про угол падения равен углу отражения. Увы, все это верно, формально, только вот в системе отсчета самого зеркала. Ведь зеркало-то само двигается. Вот. И один и тот же луч, который у вас будет падать на зеркало, он будет все в новой, в новой точке попадать на это зеркало из-за того, что это зеркало двигается. То есть тут вот надо быть очень аккуратным. В принципе, здесь само зеркало реально как своего рода некая подвижная плита фигурирует. Вот для того, чтобы у вас все было хорошо на предмет выполнения законов геометрической оптики, нужно пересаживаться и садиться на это зеркало. То есть лишь в системе отсчета зеркала скорость предмета и изображения будет одна и та же по модулю, и она будет симметрична зеркалу. Можно в нашу копилку добавить еще одно правило и его записать. В задачах с движущимися зеркалами скорость предмета и его изображения в зеркале равны по модулю только в системе отсчета зеркала это очень важно при этом у вас если вы продлите вектора вдруг они под углом относительных скоростей они под одним и тем же углом должны будут пересекать плоскость зеркала то есть вектора относительных скоростей должны быть симметрично расположены сейчас на это будет как раз завершающий пятый пример вот а пока давайте здесь выполним второй подход Второй подход состоит вот в этом правиле. Все уловили его. Относительная скорость ну, предмета изображения одна и та же. Относительно зеркала. Вот скорость одна и та же. Не относительно Земли. Это принципиальный момент. Ну, по сути, это первая задача. Вы правильно увидели здесь аналогию. Совершенно верно. Как решать такие задачи? Во-первых, фраза. Мы пишем, как делали до этого, что скорость предмета вот этого, да, предмета и его изображения одна и та же. В системе отсчета зеркала. В системе отсчета зеркала только а относительно Земли нет. Пользуемся этим. Как мы этим будем пользоваться? Законы сложения скоростей будем применять. Мы уже неоднократно говорили, что абсолютная скорость складывается из скорости непосредственно относительной. Объектом будет то предмет, то изображение. Это как будто бы до удара и после удара. Да? Вот. Плюс скорость переносная. Здесь подвижная система отсчета будет фигурировать в зеркало. Это формально вот эта скорость у. Зеленая, которая была. Теперь смотрите, как круто будет. Напоминаю, относительно оранжевая, переносная зеленая, абсолютная белая. До удара, да, как бы, ну, метафора. Предмет. Как бы по левую сторону. Абсолютная скорость v. Скорость предмета относительно земли. Беленькая. Вот она. Ага, рисуем ее. Она складывается из-за переносной скорости, скорости зеркала и скорости относительной, то есть скорости предмета относительно зеркала. Как же ее надо направить, чтобы в сумме зелененьким была беленькая? Ну вот так. Другой раздел физики, а то же самое. Итак, вот она относительная скорость непосредственно предмета относительно зеркала. После удара, с какой скорости мы начинаем? Ну, тут после удара означает рассмотрим изображение. То есть для него теперь объект изображения. Вы относительно симметрично должно отобразиться, потому что это зеркало. Ну, вот для изображения. Симметрично в другую сторону просто. Оп! Кстати, если у вас э, под углом скорости бы были, вот, допустим, предмет вот так, тогда после симметрично вот так. Все то же самое, как с отскоком. То есть должна быть некая, некая симметрия. Так, хорошо. Как же понять с V со звездой, что будет? Прибавляем к оранжевой относительной скорости переносную зеленую U. Вот она. И получаем скорость V со звездой абсолютную. Вот она. Ну, дальше идея простая. Выражаем V относительно здесь. Это V плюс U. Выражаем V относительно здесь. Это V со звездой минус U. Приравниваем друг к другу. Получаем V плюс U равняется V со звездой минус U. Ответ. V со звездой это V плюс 2U. Тот же самый результат у вас получился. Ребят, понятная идея? Как еще можно? Не, по оптике тут можно много разного на самом деле рассматривать. Вот совершенно точно я буду делать а, один большой ролик, посвященный а, системам линза плюс жидкость. Причем линза будет по-разному в эту жидкость притоплена. На прошлой очной олимпиадной школе Физтех. Мне вынесли мозг. Ну, вот в этом 2020 году, это еще до карантина у всех этих, как там что заменять. Там это все на систему как бы тонких линз, там плоскопараллельные пластинки нулевой толщины там прочее. Я думаю, что это достойно того, чтобы сделать какое-то длинное, подробное бомбическое видео, потому что. Это, наверное, в оптике самое слабое место у всех. А на всяких а высшая проба и им подобные эту тему очень любят. Так, намного короче, я полностью согласен, но мотайте на ус, вот вам подход, да. И, в принципе, как бы это очень в тему. Можно решать пятую задачу. Здесь всем понятно, как действовать. В любом случае, очень много сторонников именно, а давайте подождем Дельта Т, посмотрим, как что сдвинется. Таких много людей, так многие решают. Реально. Ну, я вам одно только прошу. Вы, ну, хотя бы запомните это. Но вот эта вещь с относительностью, она правда очень классная. Да, 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 да. И на что тоже сам любит давать. О, да, да. Лёш, именно про эту формулу я и говорил, да. Все, пятый пример. Вот теперь давайте что-нибудь такое с зеркальными задачами серьезнее рассмотрим. И будем уже итоги на этом подводить. Вот, потому что моя цель была самая основная, просто раскрыть тему. Надеюсь, мне это удалось. Потому что, на мой взгляд, на самом деле, для многих, кто в это все погружается и с этим работает, не хватает как раз вот слов, вот это вот обсуждения, флуда, качаний, медленного. Все стремятся быстрее ответик получить. Вот. Решили пару задач, думают, а я понял, короче. И потом приходит и все сливает благополучно. Здесь количество в качество не переходит. Нужно именно за качество. Если не забуду, когда у меня там комп с ним все починится, я там строчка в описании под этим видео пропущенная есть. Может ссылку какую-то с задачами на это скину, порешайте. Так, пятый пример. Вот сейчас будет круто. Представьте себе, что у вас есть зеркало, которое поступательно двигают вот так со скоростью равной в. Таким образом, что по отношению к некой поверхности стола, вот этот стол, допустим, да, это стол такой, у вас угол между этим зеркалом и столом все время равен 60 градусов. Нет, Даня. Я не знаю, какие там числа были. Можно от балды тут писать. Ну, мы на, на то там не успели об этом поговорить, поэтому сейчас... Да. Здесь есть некий шарик, некий объект. Некий объект. Сейчас мы его здесь отметим. Который движется со скоростью равной... Ну, не знаю, пусть будет 2В. Не уточняется относительно чего данной скорости, значит относительно Земли. Да, кстати, чтобы вы понимали, что такое поступательное движение вот этого зеркала. Зеркало движется поступательно, это значит не вращаясь, вот так оно движется. Понимаете, да? Там было 3В. Ну хорошо, тогда давай здесь сделаем В. Все. Так легче. А здесь тогда 3В сделаем. Вот. Так, так будет совсем ок. Давайте здесь скорость объекта 3 в, скорость зеркала в идет. Все. Давайте думать, как действовать. Наша цель понять, с какой скоростью двигается изображение. Сейчас вот этот предмет, этот предмет. С чего мы начинаем? Напишите в чате вот здесь, что должно быть здесь первым. Я пока вопрос напишу. С какой скоростью? движется изображение. Не уточняется относительно какой системы отсчета, значит относительно Земли. Изображение вот этого шарика. С чего начинаем? Да, зеркало, инерциальная система отсчета это да, но тут с точки зрения сил ничего не применяется, так что это в принципе можно не выделять. Надо написать, что скорость предмета, его изображения одинаковая лишь только относительно зеркала. Всегда надо начинать с этой фразы, чтобы было понятно проверяющему, что вы творите. Я бы это здесь и написал сразу. Мы пишем, что скорости предмета. Покажите сразу суть, точку. Проверяющий смотрит, а, шарит, все нормально. А если будет рисунок с немыми какими записями, он будет думать, что он там делал, непонятно. Ну, подскажите, вот, что вы поняли, в чем фишка. Напишите это, не поленитесь. Вот у, у многим из вас этого не хватает в решениях. Вы не думаете с точки зрения проверяющего, а надо бы. Результат лучше будет. Скорости предмета его изображения... симметричные И равны по модулю относительно зеркала. То есть лишь в системе отчета зеркала. Это важно. В подвижной системе отчета. Зеркало у нас в подвижной система отчета. Вот выделив это, дальше уже можно будет соображать. Наша цель написать закон сложения скоростей два раза для предмета, для изображения. Сперва только давайте пометим сразу, где изображение. Оно симметрично зеркалу, перпендикуляр опустили, допустим, это расстояние L. И вот с другой стороны на том же расстоянии, так, вроде меня совпадает, да, значит, изобразите вот это изображение. Вот вам ваше изображение. Симметрично предметы изображения относительно идеального зеркала. То есть вот, вот, как бы, вот это расстояние да, равно этому расстоянию, они одинаковые. Это понятно, я надеюсь. Для Простоты можно даже тут еще некий пунктир вот в эту вершину изобразить и четко отметить, что формально это бисектриса этого угла. Вот. Потому что тут равновелики два отрезка, да? Значит, вот здесь угол тоже 60 градусов. Понятно, да, идея? То есть, это все 120. Ну, хорошо. Теперь давайте думать, что с этим, с, с этой скоростью в со звездой здесь вообще будет. Начинаем с закона сложения скоростей здесь. Начинаем с закона сложения скоростей внизу. У меня есть оранжевый цвет. Итак, абсолютная скорость 3В. Она складывается беленького цвета. Из чего? Из переносной скорости В она складывается. Это скорость зеркала. И скорости относительной оранжевой. Вот этого скорости предмета относительно зеркала. Как же надо направить оранжевую стрелочку, чтобы в сумме зелененькая она дала беленькую. Ну, очевидно, ее надо направить вот так. И это как раз будет V относительная. Поняли идею, да? Относительная плюс переносная есть абсолютная. Итого, как видно, V относительное V плюс 3V. Это 4V. Это скорость предмета относительно зеркала. Именно относительная скорость зеркалится. И по модулю не меняется. Только она. То есть надо использовать этот факт. Как это делать? Ну, возьмите относительно зеркала. Вот здесь стрелочку симметричную это нарисуйте и все ну, вот надо вот, грубо говоря, вот здесь вот так аккуратненько опустить сюда. Ага. И тут вот так аккуратненько перпендикулярчик опустить. Дальше, продлевая его сюда вот так вот, на том же расстоянии, ставим точку симметричную этой точке. Начало вектора относительной скорости. Теперь здесь продлеваем вот так аккуратненько сюда. И на том же расстоянии, что и здесь, ставим точку симметричную к концу вектора. А, это вот здесь вот будет. Ага, то есть вектор вот этот, это есть стрелка симметричная относительно зеркала этой. Вектора скоростей предмета изображения симметричны относительно зеркала. То есть пересекаются в одной точке на нем. Поняли? То есть вот ваша скорость изображения, но относительно зеркала, к сожалению. В отон вы уже воспользовались вот этим правилом. Ну а теперь закон сложения скоростей надо выполнить здесь. Надо найти, с какой скоростью изображение будет двигаться относительно земного наблюдателя. Снова закон сложения скоростей здесь надо использовать. По-другому никак. Я бы его даже здесь отдельно указал. Что V со звездой есть сумма как раз-таки вот этой относительной скорости изображения. Плюс скорость, соответственно, переносная скорость самого вот этого зеркала. Значит, надо векторно сложить относительную скорость и скорость переносную. Это скорость зеркала, скорость V. Оп. Вот скорость переносная. Относительная плюс переносная дают абсолютную скорость, скорость изображения относительно Земли. Ну надо же. А она, зараза, вот как ориентировано получается. Ну чего, круто? Фистех 2007 год. На самом деле это было на многих олимпиадах и других. Вот. Но все равно забавно. Ну а дальше давайте вы уже сами мне скажете, как тогда здесь искать V со звездой. Это как раз и будет наш ответ. По закону сложения скоростей, скорость изображения относительно земного наблюдателя складывается из скорости этого изображения относительно зеркала плюс скорости самого этого зеркала. Теорема косинусов совершенно верно. Скажите, так вот тут угол какой? Я произносил его уже. Сейчас. Оп! 120, 60 плюс 60. Совершенно верно, да. Класс. Дальше теорема косинусов вот здесь. Квадрат беленькой стороны складывается из суммы квадратов двух других сторон. В относительный квадрат плюс В квадрат без их удвоенного произведения на косинус угла между ними это косинус 120 градусов. Вопрос. Косинус 120 градусов чему равен? По формулам приведения косинус это 180 минус 60, то есть это минус косинус 60 градусов, а он, как известно, равен... Ну, косинус 60 – это 1 вторая, минус косинус 60 – минус 1 вторая. Да, то есть косинус 120 градусов, минус 1 вторая. Mm -hmm. Можно сразу будет этим здесь воспользоваться. Ну, погнали. V со звездой в квадрате – это есть. V относительное квадрат. Так, V относительное 4V. То есть 4V квадрат. Плюс v квадрат минус 2 умножить на 4v умножить на v, умножить на минус 1 вторая. Минусы уходят, собственно, двойки нейтрализуются. Получается 16 плюс 4 это э, 20 плюс 1 21. Итого 21 v квадрат. Э, квадрат Значит, v со звездой отсюда, если выражать, это ответ. Это v корней из 21. Готово. Это ответ. К сожалению, числа здесь всегда вот такие не очень, не очень приятные. Я помню, у меня был период, даже пытался как-то сам подобрать, чтобы числа были хорошие. Кстати, если у кого-то это получится, поделитесь. Все время вылезают корни. Очень сложно здесь все делать с числами, конечно. То есть там единственный вариант, наверное, это брать какие-нибудь углы там из разряда альфа-альфа, чтобы там был синус альфа 3 какой-нибудь и с ним что-то делать. Ребят, понятная идея? там минус на минус плюс дает 13 и не будет. Почему 120? Ну, потому что вот это параллельно вот этому, это секущая. Значит, вот эти углы, как соответственные, равны. А здесь угол 60 плюс 60, то есть 120. Ну, потому что у нас зеркало симметрично между векторами, а этот угол 60 был по условию. Да. Так, подведем итог. Мне хотелось рассказать о физике, связанной с упругим с ударением, а что-то подвижное. И сюда же я решил прицепить то, что связано с зеркальными задачами. Понятное дело, что здесь можно много решать однотипных задач, делать это быстро. Но я постарался, чтобы как немножко это было разрозненнее. Надеюсь, мне это как-то более-менее удалось. Вот. Да. Стрим в записи останется. Вот. Наверное, все что здесь еще можно добавить. Значит, теперь давайте мы обсудим, если вдруг у кого-то остались какие-то вопросы. И вот организационного плана вопросы, там вам Даня писал вот здесь в чате. Я говорил в самом конце, я чуть-чуть могу на это посвятить время. Но давайте договоримся, вот не знаю, максимум минут 8 и все. Да. Да, Даня, это ответ в у Земли, потому что это абсолютно именно скорость. Стримы для конкурсов будут, будут обязательно. Вот, э, как я и говорил тогда, сентябрь-октябрь. Вот, скорее всего, это просто октябрь будет. вот И мы, мы проведем. Я, как и обещал, на почту всем вышлю, вы не переживайте. Просто на данный момент у меня просто проблема, у меня компьютер сдох. И он сейчас в ремонте. Вот. Так, э, жидкий мел используйте. Та-та-та-та. Как перезалить жидкий мел? Очень просто. Внимается вот этот наконечник, там клапан. Берется, не знаю, ватный тампон или что-то другое. Нажимается на клапан. Просовываешь туда шприц иглой и жижу заталкиваешь. Единственное, это надо делать как бы в одежде, которую не жалко. Вот. Желательно в отсутствие там других людей, чтобы они не пугались, и четко понимать, что внутри содержится изопропиловый спирт, а он то, куда попадает, полирует только так на раз. В идеале, конечно, лучше, если вот то, в чем вы это будете делать, это была бы там не раковина какая-нибудь, да, а какой-то, не знаю, сосуд типа тазика, который не жалко там еще со времен Советского Союза. Я шучу, конечно. Да. На вращательное движение, ну что-то будет. Вот на кинсвязи ру да, заходи, смотри там и решай. На все сервисе посмотри, в моей папочке есть куча задач на это. Тут стрим был по кинсвязи, можно использовать, да. Будет ли в этом году, уже отвечал из тех школ, я не знаю. Вы же видите, что происходит сейчас. Вот, что там с этой самоизоляцией будет, никто не знает. Вот, поэтому точно будет онлайн суперинтенсив. Он зашел в прошлом году, точно вот он будет. Вот, будем по 10 часов твой суток подряд что-нибудь решать, а то и больше. Вот, а сочные школы пока непонятно. Как часто нужно, может быть, уравнение траектории в баллистике? Ну, по-разному бывает. Как правило, уравнение траектории используется для аналитического метода координатного решения задач по баллистике, а там, где можно решить координатно, можно решить и геометрически векторами. То есть это практически всегда можно обойти векторами. Вот. Тут скорее вопрос в том, вы признаете геометрический подход векторный? Если да, то уравнение траектории не обязательно вообще им владеть. Вот. Если же нет, и вы решаете аналитически, там, проецируя все, то вам важно научиться с этим уравнением траектории работать. Да. На Фоксе он, скорее всего, будет проходить. Вот не здесь, а что здесь посмотрим? Видите, мы пока втягиваемся. У нас вторую субботу подряд встреча, кстати. Да. Какой мел? Ну, знаете, я вам про мел могу много чего рассказать, конечно. Но вот вообще самый хороший, если вам интересно, это немецкий мел. Вот у меня остатки еще остались, было роскошь. Это джамба. Так вот они выглядят. А они самые хорошие с точки зрения наконечника. То есть он не манется быстро. Вот. И он достаточно удобный. То есть немцы подумали и сделали хорошо. То есть вот лучше этого я не пробовал, а я пробовал практически все. Вот все вот эти американские фирмы, это фуфло, все. Вот это самое нормальное. Но проблема заключается в том, что почему-то сейчас в Россию перестали вот это все привозить. Я не знаю почему. То есть его в продаже просто нет. Но тут порадовала японская фирма Uni, которая сделала тоже довольно неплохой инструмент. Это в Космосе есть, если что. Стоит только очень дорого, но тем не менее. Единственный минус вот таких маркеров в том, что там мало жижи, и в том, что наконечник быстро комкается. Но при этом вот удобно так достаточно держать, и э, когда там наконечник немножечко осушается, и тебе надо вот немножко его вот увлажнить, ты там делаешь тык-тык, и, и все хорошо сразу. Ну, то есть вот из того, что сейчас можно где-то найти, вот уни хорош, но... Вот хорош 8 мм, вот этот маленький. Если брать вот такую же кувалду, вот фирмы Уни, там наконечник такой толстый, что там линия в полдоски будет. Невозможно писать. Ну, к сожалению, вот, вот могу лишь только сказать про это. Вот, можете даже запомнить, больше я про это повторять не буду. Это самое нормальное. Нет, не, 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 Леш, это какое-то мое мероприятие, если еще по датам будет все хорошо с этим суперинтенсивом, да, и оно, оно ни в какие там программы, вот эти фоксовские и прочее, оно входить не будет. Да, просто дело в том, что а, это лучше видно и им удобнее писать. Вот. И на удивление, у меня на обычный мел, на обычный мел, даже хороший, у меня хуже реакция рук, чем на жидкий. Хотя жидкий тоже такое себе занятие. Там основной ингредиент это изопропиловый спирт в составе. Вот. А он, как вы понимаете, как-то не очень. Да. Ну его слабо видно, обычный мел. Поэтому мне он не очень нравится. В 10 классе на Олимпиадах бывает динамика вращательного движения. Что вы понимаете под динамикой вращательного движения? Моменты инерции в школе отсутствуют не должны они быть. Если там кто-то где-то на отборочном этапе какой-нибудь высшей пробы дал задачу на момент инерции, но это только плохо говорит о том, кто ее дал. Безобразие это. Нету в школьной программе никаких моментов инерции. Нигде. Даже на финале России их нет. Все можно без этого делать. С суммированиями там и так далее. Это не та тема, которую надо ботать. Это институт если речь про это. Если про какие-то общие соображения с вращательным движением, там применение теоремы Кёнига, например, здесь на канале, кстати, есть про это ролик. И это важно знать. Это тоже вращательное движение. Понимать, что такое мгновенный центр скоростей, кстати, одна из тем, которые я хотел на будущих стримах рассмотреть. Я хотел стрим делать, где двигаются твердые тела и скорости разных точек разные. Там, например, Uh, у вас есть прямой уголок и лесенка тут. И вот эта лесенка вот так падать начинает там поучиться искать скорости разных точек и ускорение этих, этих точек. У меня была такая идея, не знаю, вам понравится, нет? Вот на вращательное движение, связанное с мгновенным центром скоростей, да, вот уметь что-то делать. На закон сложения скоростей уметь анализировать сложное движение, которое поступательное плюс вращать. Вот это важно. А вот всякие моменты инерции, моменты импульса и прочее, это не школьная программа, чтобы кто не говорил. Так, у нас буквально пару минуточек, так что давайте мы сразу к сути. Да нет, это отдельное что-то с этим суперинтенсивом. Да у меня наверняка будет странички ВКонтакте что-то опубликовано, или может быть даже здесь на Ютубе, посмотрим, я не знаю. Но в любом случае это мероприятие имеет смысл проводить где-нибудь за пару недель до какого-нибудь условно Ломоносова или Фистеха, но точно не раньше. То есть когда всем реально надо будет все повторить, что-нибудь забористое порешать, тогда это имеет смысл проводить. А сейчас что у нас там? В моем случае, там, с моей подачи, есть Фоксфорд, есть YouTube, есть еще что-то, что постится, и, наверное, пока этого достаточно, вы так по чуть-чуть себя будете прокачивать. Да. Ну, с на Фоксфорде платное, здесь все в фривар. Да. Это просто мы ауру <с im Attracting> свою улучшаем. Да. М уже отвечал я в плане того много раз, можно ли за год подготовиться там хорошо на 100 баллов к или подготовиться и стать призером и победителем. Ребят, все можно. Все зависит от того, как вы хорошо будете работать. Работать. Ну, не мешки там таскать, нет. Интеллектуально. То есть, вот, как вы будете много всего решать, как вы правильно будете это все решать. В общем, в описании под этим видео есть две ссылки. На два видео. Для тех, кто, может быть, сейчас впервые подключился и впервые мой фейс наблюдает. Один ролик называется «Как подготовиться к ЕГЭ по физике», другой называется «Как подготовиться к Олимпиадам по физике». В описании под видео прямо сейчас есть, вот можете потом перейти, мы сейчас уже заканчиваем. Там все написано про книжки, учебники, про то, как готовиться, про то, можно ли подготовиться, про то, как правильно решать. По крайней мере, много себе полезного контента. Скачайте, не пожалеете. Переходите и берите всю непосредственную информацию. Не очень хочется на каждом стриме повторяться. Поймите меня правильно, лучше на эти видосы смотреть. Так, ну и давайте финал. Финал. Какой-нибудь вопрос сейчас мы выделим здесь. Так, 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 так. Опрос для стрима. Да не знаю, посмотрим. А вы хотите опрос? Ладно, учту. Ой, ну вот вопросы такого общего характера, они, наверное, не очень сейчас интересны. Да, запись будет, запись будет. Ладно, все, долг сегодня, конечно, получилось, но, надеюсь, плодотворно, и каждый из вас что-нибудь хорошее здесь получит. Было бы очень здорово, если, вот кто сейчас меня слушает, слышит, вы откомментили этот видос, это как-то, улучшает его рекомендации, его больше смотрит и лучше всем. Вот, во благо людям. Вот. И мне это тоже важно, вот, потому что когда это все лучше смотрится, больше хочется и чаще проводить стримы, как уже вот Даня Сидоль здесь писал, за что им большое спасибо. Вот. Возможно, чтобы это было как-то интересно, вы можете попробовать эм, в комментарии просто написать что-нибудь из разряда а вот эта задачка это вот на то что мы сейчас обсуждали или там э -э по теме вот закон сохранения там такой-то он вот в такой ситуации можете просто по физике что-то сформулировать если это будет по теме этого видео я постараюсь на это ответить да то есть можно так так мы какой-то полезности придадим и вам польза и каналу польза вот, то есть не в плане того, что там комменты ой, здорово! Вижу МА, ставлю лайк, я вот читаю иногда. Это не надо, это никому не интересно. Можете что-нибудь содержательное написать, это будет полезно всем. Хорошо? Все, на сей ноте мы с вами завязываем, ботайте физику. Верьте в себя. Всем спокойной ночи. Пока.